Пошло. Life now. Так, тут какой-то этот. Ну, как-то так. Теперь, короче, мне нужен, получается, чат будет. Да. Попаут чат. Так, ты будешь держать Twitch где-то, да, у себя? Запущено. Да. Отлично. Ну, тогда и чат тебе тоже будет видно, я надеюсь. Так, всем привет. Сейчас мы начинаем практически. Я сейчас напишу еще в Твиттер, что мы начинаем. Так, слушай, вот так вот сделать. Начинаем. Сейчас же 8 по Москве, правильно? Ага. Погнали. А, да. Блин, вот, короче, еще одна штука мне не хватает. Сейчас я запущу. Twitch. Самое, короче, знаешь, что самое стрёмное в Твиче? Что в слове Twitch и в слове Twitter первые 4 буквы совпадают. И каждый раз, когда ты набираешь Twitch, ты попадаешь в Twitter. Ну, я попадаю, по крайней мере, что я в Twitter хожу чаще. Так, видеопродюсер. Стрим-менеджер. Вот такую панельку я сейчас еще открою на соседнем экране. Чтобы он мне там показывал, сколько человек пришло подеградировать. Он же будет мне показывать, правильно? Стрим показывает, качество excellent. 4 просмотра. 4 человека нас смотрят. Уху! Видим стрим инфо. Так, playing Zen.io, категория. Надеюсь, у них есть Shenzhen.io. Russian, whatever. У меня окошко слишком маленького браузера и... Кнопка окей, не влезла. Классика вообще. А, вот, тут чат есть, кстати. Во. Ну и все. Ну и это, короче, туда не нужно. Ну, единственное, что на стриме не будет чата. Ну, ладно, что поделаешь. Так, так, так. Просто, короче... Пускаем Steam. Все, все, начали, короче. Всем привет. Пишите в чат... Что это самое? Что привет? Что вы что-то можете увидеть или услышать. Вот. Мы начинаем. Сегодня будем играть Shenzhen.io. Это не игра, это программирование. То есть я весь день работал и сейчас буду снова работать. Вот, с нами Дима. Тоже, он тоже программист, тоже работал. Я Дима, и я программист. Привет, привет. Да. Он просто играл уже в Shenzhen, сейчас будет мне подсказывать, чё кого. Я играл полгода назад, сейчас открыл мануал и очень сильно задумался. Всё очень сложно. Распечатывал мануал? Нет. Нет? Короче, там у них такая концепция, что... Ну, что типа, как будто ты оказался в этом Shenzhen в Китае, или где там, или Тайвань, или что-то такое. Вот, и ты работаешь на фабрике микропроцессоров какой-то, короче, пишешь микропроцессоры, и вот у них есть мануал, типа... А что не нажимается? Вот, он есть в виде PDF-а, но для пущего погружения... Сейчас держу вот это вот. Он, кстати, нужен будет, так что я его... Да, для пущего погружения они рекомендуют его распечатать. Короче, вот я распечатал, вот, перепаковал в папочку, короче, и ты такой, так, нужна такая команда, какие у нее аргументы, короче, открываешь папочку, листаешь все, ну, очень-очень аутентично, конечно. Очень нравится все это. Так, надо немножко, мне кажется, поярче сделать. Надо купить лампочки помощнее. Ладно. Погнали. Так, 4 человека. И никто не приходит. Ну, что-то так неинтересно. Ну, ладно. Какая разница? Главное удовольствие получить.
Короче, вот на чем я завис. Но на самом деле я немножко офигеваю от людей, которые каким-то я просто не понимаю, как они это все проходят. Вот смотри. Вот, например, вот этот чувак, да, Lines of Code 0. Как он решил за 0 Lines of Code? Там есть детальки, в которых надо не программировать, а которые сами по себе что-то умеют за хардкожены. Может, давай, он из этих деталек смог что-то собрать? Давай, короче, посмотрим. Короче, вот что нужно. Вот button и pulse, да? Когда нажата button... Кстати, это вот похоже на ту задачу, которую решил, только там немножко по-другому, но похоже. Ну давай, смотри. Вот если нажата button, нам нужно генерировать пульс-сигнал. Если не нажата, то не нужно. Да, вот мы спим, короче. Если на баттоне 100, то мы меняем аккумулятор на противоположный. То есть 0 на 100, 100 на 0. Вот. Шалом! Red Mandarin и Владыка Снов. Владыка Снов. Привет, ребята. А мы начали уже программировать. Да, сегодня почти по расписанию 10 минут всего настраивали. Вот. А... Короче, если типа сигнал есть, то мы туда-сюда аккумулятор дергаем, да? Если сигнала нет, это минус, мы в аккумулятор записываем 0. Потом то, что в аккумуляторе, суем в P1. Ну вот запускаем. Ну вот она работает. Не знаю, почему у меня слип вверху. Но это еще больше вопрос. Вот, и вот мы, типа, по количеству денег 3. Все, никто дешевле, чем за 3 не сделал. Зашибись, готов согласиться. А, по power usage, ну, типа, можно меньше. Но это значит, что там можно код упростить, наверное, как-то. Окей, это тоже готов признать. Ну, кстати, вот 164 вот здесь. Вот, а дальше, короче, идет стоимость. И мы lines of code. А, power usage, lines of code. И вот некие люди за 3, короче, вот это 5. Вот это 3, здесь вообще кто-то за 2 решил. Ну давай, вот смотри, давай попробуем. Это пока простая задача, и мне просто интересно, что можно сделать с этим. Так, стоп. Вот один дизайн, и вот его копия, да? А покажи почтовый ящик. Просто у меня одно из последних писем в почтовом ящике, это какой-то чувак написал про инструкцию, которая не документирована в английском мануале, но документировано в китайском. Окей. Ну вот. То есть это такой чит. То есть потом появятся какие-то дополнительные инструкции, что ли? Да. Ну ладно. И вот, по-моему, у тебя ее нет, но она появится в следующем письме. Окей, ну давай посмотрим. Ну короче, ладно, тогда не будем тогда здесь мудохаться, да? Давай тогда пойдем решать нерешенные задачи. Вот это вот, короче, тоже пойдем. Здесь я, короче, сэкономил немножко и даже тебя обогнал по lines of code. Но не по power usage, ладно. Поехали. О, вьюверы подвалили. 21 уже вьюверов. Всем привет, ребят. Мы играем в Shenzhen.io. Это игра про программирование. Потому что нам мало программирования на работе. Так, а я ничего не перегораживаю? Немножко перегораживаю, да? Ну, не суть, короче, ничего не перегораживаю, будем считать. Бла-бла-бла. Clean and hold this button, because you have completed the objective. Что тут надо читать? Это фриплей, да? Задача — напишите любую игру. Да. Господи, все. Нужно было сначала написать, а потом нажимать кнопку. Да. О, да кого-то какие-то реально запчасти пошли. Смотри, вот такой вот у меня нет, например. Эти запчасти, кстати, есть иногда в... Все, это вообще все возможные запчасти. Ладно, блин, зря нажал. Ладно, ну, короче, что поделаешь. Фриплей, зашибись. Потом поиграем. I'm wrapping up a project to make a game console and could use some assistance, бла-бла-бла, короче, что-то там.
Так, X и Y simple inputs connected to joystick. Окей. A и B simple inputs connected once. Ну, дэндевский джойстик, да? Как потише это сделать, кстати. Что-то музыка слишком. Так, погнали еще раз. Radio RX is non-blocking X-bus input connector to radio receiver, radio transmitter. When data packet is received over radio from game console, respond with the following three value data packet. Make sure to use most recent input values. И чё? X, Y, 0, если A, 0, 1, если A. А X, Y, чё? А, в первом должно быть X, во втором Y, а в третьем 0, 1, 2, 3. Да. Это же, кстати, по-моему, реально дэндевский джойстик как-то так работает. Я помню, я что-то читал, и что-то там вот тоже какая-то была тема, что у него у него четыре кнопки, да? Или две или четыре кнопки, короче, но эти кнопки расписаны по битам, и типа вот и там нельзя сделать больше кнопок, потому что там битов не хватит. Вот. Окей, ну давай посмотрим, что тут нужно у нас. Радио input X-bus, радио... Четыре направления, A, B, start и select. Это 8 бит. Да, то есть, короче, радио X это то, что нам идет, а радио X это то, что нам нужно заслать, правильно? А что-то я не очень понимаю, почему три команды они посылают? 40, 66, 3. Надо послать X, Y и цифру. Y и цифры. Но X и Y это же... А, X меняется. А, X это число от 0 там до 100, да, наверное. Y. А, все. Ну окей, что, погнали. Так, нам нужно, соответственно... Что, нам этого не хватит, наверное, да? Или хватит? Нам нужен один ресивер. Ой. Один... Так, сейчас... Давай. Короче, два икса нам нужно. И раз, два, три, четыре, короче, обычных инпута. Как нам сделать четыре обычных инпута? У нас типа два инпута здесь, да? То есть я могу, например, вот так законнектить. И вот так сделать. И из этого сделать некий X, допустим, вывести, да? Потом я могу такую же байду поставить сюда. Сделать вот так. И другой X вывести. Вот у меня два X, короче. И здесь будет некий процессор, юнит. Раз, два... Нет, этого явно не хватит. И, короче, вот такая штука, да? То есть мы берем и втыкаем 1x сюда, 1x сюда, 1x сюда и 1x сюда. Все, сложная часть. Выполнили. Шепелёв. О, привет. Алексей пришел сам. Сейчас он нам расскажет, как играть. Там можно даже решить. А как GVM под это делают? Да-да, как это в GVM решается. Да-да. Так. Окей. Я не вижу, как проще сделать. Ну, допустим, давай какую-то такую версию. Ну, наверняка можно проще, но давай сделаем такую версию. Можно вот покрасивше сделать вот эти штуки. Потому что красота, как бы эстетика важна. Еще Стив Джобс говорил. Так, ладно, значит, короче, X, Y. Наша задача здесь что? Наша задача собрать этот... Подожди, а... Три value data packet. Как может... Три раза надо послать, что ли? Нифига себе. Да. По X проводам можно за
один тайм-юнит посылать много. Типа, если ты не поспал, то это считается много пакетов данных в одной транзакции. Окей. Окей, значит, что мы делаем? Мы должны, ну, читаем, типа... Не, непонятно. Ну, типа, ну, вот оба нижних, получается, должны спать и ждать, пока им по x0 не придет сигнал, типа, пора. Подожди, вот если есть я так напишу, SLX. То мы... В смысле not sleeping? А, ее никто не читает. Ладно, whatever. А здесь, допустим, мы делаем то же самое, да, move. А, здесь нам, кстати, нужно... Нужно собрать эти биты. Мне как-то кажется, в начале... В самом начале нам нужен SLX от x0. Ну, здесь-то мы x0 — это у нас output. Он и input, и output. Иначе как мы узнаем, когда пора читать? То есть ты хочешь... Так можно просто всегда читать, а потом здесь разберемся уже. Нет? Нельзя всегда читать, потому что если писать в ненужный момент, то система зависнет. То есть ты предлагаешь, короче, когда здесь приходит TX, да? Нет, RX. Короче, здесь делаем SLX. Что там? X2. Вот так сделаем, потому что иначе... Да? Типа, значит, пришло по RX. То мы делаем move, допустим, единичка в X0, так? Типа, пихнули туда. Здесь мы делаем... Да, мы нотифицируем наши оба этих подконтроллера. Мы делаем SLX X0 также, да? Вот так вот. А, и нам нужно еще тогда и в X1 тоже сделать. Сюда типа послать. Но здесь давай пока что-нибудь простое напишем. Типа SLX X0 move P0 x0, типа, что прочитали из а, то есть писали с p1, типа, это неправильно, но, допустим, так. Part not sleeping. А, теперь мы здесь, про, короче, засада в том, что мы не читаем теперь из этого x0, да? Получается. То есть мы, нам нужно сделать move да, из x0 в tx, x3, то есть... move x0, x3, типа вот мы два из этих прочитали, потом move x1, x3, да? Вот так. Ну нет, что-то смотри, не работает. Им прям нужно секунда в секунду. Да. Тайминг фронт надо вводить на x0. А, да? Слушай, SLX, наверное, не читает, нам же надо вычитать. То есть, наверное, SLX надо поменять на MOV соответствующий. Типа радио пытается писать, а мы из него не читаем, и поэтому не работает. Здесь вот, типа, а... Типа... Вот так? Не-не-не. Мне кажется, тут просто рассинхрон, смотри. Вот, короче, вот сейчас мы засунули единичку, ну, типа, единичка пойдет вот сюда, да? Оп, пришла, типа. Да, так и мы здесь не прочитали. А, вот сейчас мы, сейчас, вот тут мы и зависли, да? Мы, типа, SLX X0, сейчас state right. Что-то там было про state написано, кстати. Сейчас у нас получается так, что верхний пишет в шину, нижний тоже пишет в шину. Это дедлок. Или какой-то еще лок. Надо, чтобы нижний сначала прочитал из X0, а потом
начинал писать свои два значения. Не-не-не, вот не, знаешь как, вот это нужно вот так вот сделать. Нет. Вот смотри, блин, сейчас. Давай. А, вот мы сожрали, типа. Теперь нам нужно в x0 записать. Оп. Да. Оп. Смотри, смотри, пошло. Да. Алексей там, кстати, рассказывал, что нужно разделить вход и выход на x0 и x1. Это был бы отличный совет, если бы позволяла топология. Но поскольку x1 сразу снизу, а не сверху, мы не можем так сделать. Вот, но так-то хороший совет, конечно. Нам мешает не то, что он снизу или сверху, там есть деталька, мостик за 0 рублей. Нам, по-моему, больше мешает то, что портов нет. Вот что такое мостик, слушай, а я-то думал, что за мостик? О, смотри, попёрло, ну только не то, как бы, конечно, но... А что не то, кстати? Что она? Вот смотри, ну-ка, сейчас посмотрим. Вот мы что-то прочитали. Прочитали 39. А что у меня вот здесь вот какие-то тильдочки? Что? Где тильдочки? Ну вот какая-то ерунда, видишь? Вот. А, мы не вовремя пишем. А, вот я правильно что-то записал, да, а потом не вовремя, да. То есть, короче... А у нас какое условие? Типа, если минус один, то нам нужно что-то записать. А почему мы не вовремя пишем, кстати? Что-то не очень понятно. Подожди, подожди, что-то я не понял. Слушай, а когда мы в самый первый раз читаем x2 в верхнем контроллере, угу. Сколько там, какая цифра приходит? А, давай. А, минус 999. Да? А, окей, ну, то, короче, здесь нужно... Минус 999 надо пропускать. Да. Получается, нам и SLX не нужен. Как там jump sleep? Да, SLX, наверное, не нужен. Ну-ка. Part not sleep. Плюс. Да. У тебя сейчас unconditional jump. А, точно. Ну, unconditional, unconditional. В миксере два порта... Там тип портов другой. Тут X надо соединять с X, а P с P. У нас не законнектится. О, попёрло что-то, да? Только неправильно. Ну смотри, мы, кстати, все правильно, кроме последнего, потому что мы здесь A и B не складываем. А, вот вам распечатанный мануал. Не, у меня есть распечатанный мануал. Я когда один играю, я в нем смотрю. Просто на стриме это не видно будет. А где портов не хватает? В миксере же еще два порта. Не, портов вроде хватает. Все хватает. А, что, нужно... Давай теперь, короче, вот это теперь по этого. Что нам? Нужно А и Б, да? Сейчас я подумаю, что там нужно. Нам нужно... Что-то с битами сделать, да? А, ну давай, вот, короче, значит, здесь получается sleep x0, move x0, то есть мы, типа, поспали. Если поспали, значит, надо читать. А, вот так, вот здесь мы поспали, короче. А, p0 это A. А что там будет у нас? Один, да? А, нет. Итак, давай здесь, короче, в ак. Move, а можешь вернуть на задание? Чё там, какая формула? А, да, 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 сейчас. А, если А это 100, то единичка, короче. Ну, мы сейчас сделаем вот так. Move 0 ак. А, блин, мы сейчас здесь не сможем. P0, 100, P0. Плюс... Что там? Add 1. Да. TX 100 P1
ADD 2 move ак x0. Вот так. Даже влезла, вообще, да, еле-еле, но влезла. Ну чё, как думаешь, где мы в жопе, да? Мы в жопе. Это твоя кошка там, да? Буйствует. Да. Она слышит? Он слышит, люди разговаривают, значит, надо участвовать. Социальный код. Привет, визитот. Мы играем в Шэньчжэн. Я вот, короче, даже на $2 больше потратил, чем ты. Огромное количество энергии сожрал. А что еще я здесь делал? И очень много линий кода. Ну, давай return to email. Открыть. Здесь. Duplicate. Не хочется рабочий дизайн портить. Теперь, короче, наша задача попытаться это все соптимизировать, да? Правильно? Так, ну-ка я сейчас немножко отодвину, потому что чуть-чуть... Ой. Перегораживает. Да, блин. Нет. Вот так вот сделаем. Мне кажется, можно стереть все SLX-ы. SLX-ы... Потому что после них у нас сразу идет чтение из того же порта. И он заблокируется. Зачем SLX тогда? Да. Классно. Mutex. Так как стирать-то, блин? Так, ну-ка. Blocked on read. Код. А чё block on read? Нет, так не работает. А почему, интересно, не работает? Ну, заблокировалась ты на чтении. То есть заблокируется не значит, что он может подождать после этого 3 секунды, получается. Надо прям в этом же тайм-юните читать. Да, причем там еще, кстати... Ой, и... Там еще нельзя читать два раза. Типа один раз ты прочитал, потом это значение уже все. Ну ладно, красиво все это выглядит. Ладно, что мы еще можем соптимизировать? Вот. Здесь мы можем что-то соптимизировать? Наверное, не можем. Типа, а, здесь же комментарии есть. Вот, типа, если вот так сделать, то оно не будет работать. Правильно? Окей. Четыре вот этих штуки мы не можем. Как люди проходят? Так, минимально, короче, за 6 люди проходят, да? 6. За 98 строчек. За 8 строчек кода, серьезно? Как? Ну 6 это вот 2 маленьких, допустим, да? Кстати, а мы же можем... Может, мы можем сразу из маленьких писать? Что думаешь? А, ну, прочитать из радио мы сможем сразу из маленьких. А как? Как писать? Смотри, мы можем выкинуть вот эту херню, допустим, да, сейчас. Мы же можем провода соединять. Да. Типа... Так нельзя, да? Ну, хорошо. Ну, допустим, мы разведем действительно чтение и запись. Вот это, что ли, бридж, да? Так вот это работает. А как? Подожди. А, вот. А, смотри, допустим, RX — это чтение, да? Вот так вот оно будет. И вот так вот. Так же мы можем сделать? Да. Ну. Сейчас здесь это все постираем. И здесь тоже сделаем бридж. Все, вот так. Все, вот так. И
есть еще один бридж, видимо. Так, не так, вот так вот. Хочу красиво, чтобы было просто. Ничего не могу сделать. Да, блин. Так, короче, вот так вот, да? А, еще вот так. Во. Блин, вот это еще не приконнекшен ни к чему. Это что должно быть? Что-то я... TX. Это выход, то есть сюда нам нужно попасть. Окей. Да. Ну ладно, красиво тоже, не получилось. Нормально. Колхоз. Я думал, два хватит джемпера. Но что-то не хватило. Ну ладно. Но они примерно симметричны. Главное, что это бесплатно все. Да, вот меня больше всего радует. Остальное не важно. Так. Окей. Мы спим на x0. Читаем x0, да? Сейчас, погоди, а что там было-то у нас сейчас? Да просто запускай. Может, да может уже все работает. Как мы ждали-то, если мы читали и проверяли на минус 999? Вот. А, да-да-да. Если t equals минус 999 аккаунт jump start. Нет, не так. Как пишется-то? Вот так, да? И здесь да. То же самое. Ну, здесь, короче... Блин, здесь же некуда, ни в чё не входит вообще. Так, part not sleeping. Окей. Здесь нужно sleep 1 сделать. Да? Теперь вот этот part not sleeping. Давай здесь всё сотрём так же. Start. А здесь вообще, типа, вот если не входит код, да, то не входит, отлично. Очень удобно, спасибо. TX 9AC. Старт. Здесь плюсики я тоже забыл сделать. Короче, это мне напомнило, я когда-то... Когда мне купили давным-давно компьютер. Ой, что-то не то, да? Стоп. Здесь плюсика не должно быть. Здесь плюсик должно быть. Короче, на самом старом компьютере у меня был типа Basic. Что-то там QBasic или что-то такое. И. Ну и типа мне там, не знаю, папа показал, типа, вот садись, короче, вбивай программу. Ну и там у меня книжка какая-то была, какие команды бывают. Ну и я что-то там писал. И в какой-то момент я такой смотрю, ну, типа, экран, он же ограничен по высоте. Я, типа, пол экрана исписал. И я такой думаю, так, а докуда вообще тут место есть? И такой курсором пошел, у меня там еще 3-4 пустых строки, а потом, ну, не двигается дальше. Ну, экран даже еще не кончился, а просто перестал двигаться дальше. Вот. И я такой, а, типа, у меня всего 4 строки пустых, короче, больше нету. И начал, короче, в одну строчку писать по несколько команд. Типа, команда, точка, запятой, там, следующая команда. Ну, потому что я боялся, что новых строк не добавится. Я не понял, что если Enter нажимать, то они там добавляются бесконечно. Вот. Такая дела. Такие дела. Можно ли А, Б или X, Y сразу в миксер брать? То там тоже P-порты. А P-порты есть только вот в этих вот штуках. Я не знаю, что такое миксер. Но есть еще Logic Gate и вот эта вот всякая херня. Это здесь что-то и или не, по-моему, как-то так. Вот. А можно ли из них собрать что-то? Я не знаю даже. Наверное, сложно. А в МЦ 6000 можно притащить X. Вот в эту штуку можно притащить XY. Нет, а B дернуть из МЦ 4000. Микс это МЦ большой собран. Да. Ну, одну из этих можно заменить. Там тоже два P порта, но 4 X. Но нам вроде по портам-то все хватает. Нам здесь вот места не хватает, по-моему. Так, чё мы, короче, почему мы не работаем сейчас? Ну, если мы правый... А, потому что она пытается что-то писать там, да? Заменим на большой, то, я думаю, все влезет.
А, мы теперь должны писать в другой. Да, не в X0, а в X1. У нас же теперь... Ну вот, типа, что-то работает, выделенная линия на upload. Да, 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 да. То есть, короче, если вот здесь вот мы не прыгнули назад, то... А, кстати, вот... То, типа, что мы делаем? Move X... Нет, сейчас. Move P0 X1, да? И move P1 X1. Вот так. О. Красота. То есть левая даже работает. Теперь не работает правая. А вот здесь, кстати, мы что-то проебались как-то. Почему? Непонятно. Еще мне кажется, что тестирование на 999 можно короче записать, если сразу сравнивать 999 с X0. Mm-hmm. Это же должно вычитать его из порта. Шаришь. Давай попробуем. О, шикарно, да. Так, но что-то мне не нравится, почему мы вот здесь вот не... Вот у нас пришло. Знаешь, что, короче? Сейчас. Вот смотри, вот здесь минус один, да? Кто-то из них его сейчас прочитает. Кто его прочитает? Кто-то один прочитает, короче... Минус один, а кто-то его не прочитает. Вот этот прочитал его как минус один, а этот никак не прочитал. Типа ты не можешь параллельно два раза его прочитать. Сука. А, ну да, потому что это X-провод, а не P-провод. Ну давай из радио заруливать в левый, а потом из левого в правый. Правый еще будет дописывать АБ. Или наоборот. Сейчас. То есть ты хочешь сказать, типа, здесь мы считываем XY и шлем их в иксы, да? А здесь он тоже спит на иксах. Ну давай, вроде звучит нормально, как будто бы. Тогда нам эти джамперы не нужны. Так, они нужны. Торопился. Типа вот так, да? А, так, сейчас. Вот здесь вот мне нужно. Типа мы идем отсюда, идем сюда, что-то делаем. Записали два этих числа, пошли сюда. Здесь мы типа поспали. Здесь нам уже ничего не надо проверять, потому что если мы поспали, то мы поспали, да? И нам нужно сразу мов, короче... x0, x1, mov x0, x1. Правильно? Да. Вот это все нас не интересует. Ну давай, допустим. Теперь хватит ли нам 6 строк, чтобы... Да, да, да. Посчитать численку. Шикарно, шикарно. Шикарно. Кто-то должен быть арбитром. Вот он, C6000, начальный дизайнер работал арбитром. Да-да-да, но он стоит 5, короче. А вот здесь чуваки решают за... А, ну за 5, за 6, по-моему. Вот это, мне кажется, 6, а не 5. Или нет? Подожди, мы за сколько? За 11 решили. 11. Да, это 6, короче. То есть мы просто по деньгам не уложимся. Если сделаем 3 и 5, это будет 8. Я из-за этого хочу на двух троечках собрать. Так, хорошо, хорошо. Так, ну давай подумаем. А, ну во-первых, нам старт здесь не нужен, как будто. О, это целую строчку освобождает. Move P0 A. Ну, кстати, старт все равно можно было писать на той же строке, а не на отдельной. Да? Нет. По-моему, да. О, ничего себе. Так ты шаришь, видишь, хорошо, что ты играл. Это самое. Так, если, короче, если... Да, я помню самое важное, что на лейбл строка можно не тратить. Так, если, короче, то ADD2... Ха-ха-ха-ха! Все.
Стоп, что не так? Погоди, что-то не то. Что-то не то. Сейчас. А, нет, да, потому что... Потому что что? Слишком много. Блин, потому что по 0 приходит 100 сейчас. Tx то p0. Если, короче, там то... Не хватает строчки. Нет. У нас... Сука. Может, математик в чате. СЛП не нужно, может быть, нам? А плюс Б пополам. СЛП, конечно, не нужно. СЛП... Нет, СЛХ нужен, а СЛП не нужен. Нет, там как будто нужен СЛП. Почему-то. Я так и не понял, почему. Если есть СЛХ. Ну вот он не так работает. А нет, так. Мне-ка. А, ну тогда все просто. Тогда move 0, а, вот так вот. Дима, ты шаришь. Прикольно. О, по цене я вырвался вверх. По энергопотреблению не вырвался, а по линиям кода обогнал тебя. А плюс b пополам, а плюс b на 2 делить на 100. Блин, это очень сложно будет записать. Очень сложно будет записать. Но, кстати, там есть какие-то команды, которые как будто бы что-то там отделяют биты или что-то такое. Сейчас здесь где-то команды были. Там есть вынуть цифру из десятичного числа. Но, да, по-моему, да, да, нам да. Это не поможет. Вот. Is a late specified digit in the value is accurate and stored the result. Ак. Не, почему? Смотри. А что значит? А, 0, 1, 2, да? 0, типа, это первый диджит. Нет, 0 это вот этот, 1, 2. А, поделить DGT на 100 2. Это... Вот, это да, это DGT 2. Цифру, да. То есть, смотри, мы можем вместо вот этой байды мы можем DGT... Не, подожди, откуда она берет значение? Из ак? Из ак? То есть нам надо прочитать b, потом сделать... Не, вот так вот, наверное, короче, смотри. Во, вот так. Да? Да, но чуть-чуть сэкономили. Типа... Вот у тебя все равно 313 здесь. Тут еще же какая засада, что возможно, что типа минимальное количество строк достигается, ну, не обязательно минимальной стоимостью, да? То есть ты можешь там 15 потратить, конечно. Но зато там... Короче, это три разных решения, грубо говоря, если три раза решений, да. Это оно, да, это оно, но... От второго... Чё, можно здесь что-нибудь еще упростить? Нет? Так, вот здесь слип нам не нужен. А вот здесь слип нужен? Ну, да, можно попробовать. Слип, кстати, не нужен. О, еще сейчас сэкономим. А, так у меня просто есть... А что-то не прибавляется энергии как будто. Lines of code мы все уменьшаем. 8 строчек. Как можно за 8 строчек решить? А, вот у нас SLX, а вот SLP, да? Почему вот без этого SLP не работает, мне не очень понятно. Потому что этот SLP... А, этот SLP, этот X0 не блокирующий. Он нужен, чтобы дождаться, когда радио... О, так нам SLX не нужен. Ну да, наверное. Можем целую строку сэкономить. И энергию, главное. Потихоньку я уже Дарридела почти догнал. Отлично. Так, ладно. Так, может, нам и джамп не нужен? Давай, смотри, еще попробуем. Нахер нам джамп здесь, правильно? Мы здесь просто минусы теперь напишем. Вот так вот и все. М-м-м-м-м.
Jump очень дорогая операция, похоже. Ну, я тебя обогнал по Power Usage, видишь? Как подскочил. Почему уже обогнал? Да, да, да. Но ты можешь засчитать это себе решение, потому что ты же все придумываешь. Так, Lines of Code 12, это мне нравится. Да. Может, к 8 приблизимся. Да? Но мне, еще кстати... через год открою и попробую опять написать. Да, 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 да. Так, что тут еще можно? Ну-ка, ну, здесь как будто... А если мы вот этот SLX давай попробуем... уберем? Подожди, а если вот этот SLX уберем? Давай попробуем это? Формулу из чатика от Алексея. Так, не работает, да? Формулу А плюс Б умножить на 2 делить на 100. А как ты ее сделаешь? Ну, типа, мы считываем P0, удваиваем его, добавляем P1 и вынимаем цифру из результата. Ну, давай тогда, короче, сделаем дубликат, потому что что-то, мне кажется, это сложно. Так, ну, хорошо, погнали. Вот у нас, короче, ADD... Вот этот кусок нас интересует, правильно? На самом деле, P1, потом MUL2, типа... А, нет. Ну, допустим, да, так мы получили 200, да? Добавим P0 и DGT2. Так, да? А, нет. На 100-то как поделить? Деления-то нет, поди? А, нет, есть. А, нет. Да, деления-то нет. Ну, на 100 поделим. Так ты уже поделил. DGT2 это поделить на 100. Не-не-не-не-не. Подожди. А, да, 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 да. Все верно. Ну и чё? 269 то же самое, да, получилось? Ну-ка. Чуть-чуть больше. Сейчас будет удар молотком, слушай. Я попросил жену не шуметь. А молоток взял, хреначит по столу. Так, ну чуть-чуть больше получилось. Формула классная, но, увы, в мусорку. Ну, мне нравится. Я думаю, надо дальше двигаться. А, сейчас, подожди. Надо красиво это все Теперь провода осталось перевернуть. Да, 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 да. Ставить. Что тут можно сделать красивого? Ну, во-первых, вот этот не нужен, да, явно. Можем вот так вот сделать. И я бы еще вот этот сделал повыше, потому что тогда вот так красиво будет. А, нет, подожди. Не, не сделал бы. Ладно. Битовых операций вроде нет. Битвы сдвиг влево на 1, а не мул 2. Не, нету, но она одинакова, мне кажется. DGT2 это и есть делить на 100. Да, да, да. Я почему-то думал, что когда мы добавляем, типа, умноженное на 2, что нам нужно, короче, 2 разряда изолировать. А нам, это же десятичные разряды, нам нужен только один, да. А мост не вращается. Если он и вращается, то я не знаю как. Ну-ка, сейчас каким-нибудь контролом. Нет, там на детальке, которую можно развернуть, на ней есть иконка. А, да, кстати. Так что, видимо, нет. Ладно, не суть. А, мост. Ладно, нормально, короче, пойдет. Нормально, пойдет. Погнали, дальше решать. Это сколько можно. Очень хорошо, я очень доволен, на самом деле. Я бы сам так не нашел. Так, это какой-то лучше, спам. Чем работа. Лучше, чем у меня получалось, когда я один играл. Потому что, вот, допустим... Ну, вот здесь мы достаточно хорошо. Вот тут, вот видишь, я где-то в жопе вообще. И это второе еще решение. Первое решение у меня было вообще худший по production cost, худший по power usage и почти худший по lines of code. Это какой-то вообще кошмарный дизайн. У меня тут две гигантских вот этих дуры.
Вот здесь еще классика, смотри, видишь, ноп-ноп-ноп-ноп-ноп-ноп-ноп-ноп. Это потому что, да, потому что эта штука писала позже, чем это читала, да-да-да-да. Кстати, можно вот это тоже порешать, в общем-то, чего мне, я не очень доволен дизайном. Но ты говоришь, что там деталь будет новая, и поэтому я... Если форвардить третье поле, то наверняка можно сэкономить еще. Куда я форвардить третье поле? Ну, типа, сейчас мы пускаем выход левого в правый, и мы передаем два поля. А если делать наоборот, чтобы из радио приходило в правый, правый передавал одно поле в левый, и потом левый все три в радио. И что мы сэкономим? Мы сэкономим объем данных, который пересылается между нижними штуками. Если у нас влезет эта штука, если у нас влезет сравнение с 999. Ну, можно попробовать. Очень неохота, не знаю. Ну, наверное, можно, да. Не, я подумал, что, а может быть, мы все-таки в TX оба зашлем, смотри. Потому что нахрена нам здесь читать вот это все? А, да, нужно для читать. Для тайминга. Да, да, да. Не, потому что мы не можем два... Короче, этот ждет вот этого. Если мы будем писать напрямую в TX, то этот не сможет ждать. Да. Смотри, а если мы, короче, вот так вот сделаем? А, нельзя так сделать. Ну и ладно. Ну и ладно. Ну да, наверное, что-то там можно будет, наверное, сэкономить. Что, попробуем? Там вот засада в том, что здесь вот есть, видишь, вот здесь у меня все это основано на том, что вторая ветка полностью, типа, отрицательная. Да. А здесь вот есть условия внизу. И так просто не получится. Ну, да, пробуем, что, в общем-то. Раз уж мы поставили себе целью. Что нам нужно? Нам нужно RX поставить сюда, да. Вот так вот. Дальше X1, типа... послать. Так. А это вот штуку. Ставить еще один бридж. Очень красиво получается. В скобочках нет. Окей, значит, что мы здесь делаем? Мы говорим TEQ минус 999X0. Да. Если да, то вот это нам не нужно, короче, часть slip 1. А если нет, то пошли фигачить, короче, всякую байду. Блин, сейчас что-то это самое здесь сложно получается. Здесь вот есть condition. Подожди, а зачем мне вообще здесь condition вообще? Зачем? ADD2. Может, нам не нужен condition здесь? Вот та формула в чатике, она была без condition. Давай ее. Значит, мы за считаем... счет этого она и жрала P1, больше энергии. Да, говорим mul 2, да. Потом говорим add p0. И потом говорим dgt2. Похоже? Да. И потом говорим move account в x1, так?
Кстати, знаешь, что я подумал-то? Здесь вот давай сделаем x1, а здесь сделаем x0. О. Тогда все будет лучше соединяться как будто. Это будет вход у нас, с заднего входа зайдем, так сказать. Извините, конечно, за эвфемизм. Так, теперь здесь, короче, здесь у нас наоборот. Что нам здесь нужно? Здесь мы говорим... Что у нас там, слипа не было, по-моему, или был слип? Здесь был SLX, да? SLX. X0, move x0, x1. А, не-не-не-не-не, кстати. Нам сейчас нужно move x, да? x1. Да, нам надо сначала послать свои провода, а потом в конце... Да-да-да. Мне кажется, должен быть еще один режим специально для тебя и всяких эстетов. Самое деньги стоят слово. Только провода и мостики, а все остальное пофигу. Че-че-че, деньги, че еще? Деньги стоят только провода и мостики, а все остальное бесплатно. Ну да, да, типа того. Так, а что тут, можно красивше как-то сделать? Или нет? Или не получится? Почему мы еще раз здесь пошли? Да, горизонтальные мостики нужны, потому что... Ладно, нормально. Так, и что, где мы? Ну смотри, мы сэкономили еще строчку кода. И чуть-чуть пауэра. 8 пауэра сэкономили. Блин, шикарно. Это успех. Это успех. Да. Ну, здесь как будто уже ничего не сделаешь, да? Максимально оптимизированный процессор. Я надеюсь, что люди, которые настоящие процессоры делают, они так же заморачиваются, как мы здесь. Как минимум так же заморачиваются. Но у них, насколько я понимаю, там как бы все сложнее, что типа... А как там, кстати, есть же перепрошиваемый, да, процессор? Ты вот этот ассемблер написал... Нажал там какую-то кнопку, он зашился, и потом ты его тестируешь. Как-то так это. А потом есть, наверное, неперепрошиваемый, где ты, типа, на заводе тебе распечатали плату. Ты такой, ой, здесь баг. Ты такой, ну пофиг, надо уже отправлять. Я так понимаю, сейчас все процессоры, у них одновременно и то, и другое. Типа, самые нужные инструкции железные, а какие-нибудь менее нужные... Они интерпретируемые, и можно это патчить. Ладно, все, невозможно с этой задачей, уже хватит, достаточно. Погнали, что тут, что-то нужно сделать, читать не будем. Там разберемся. Что-то про патроны. Лазер так эквипмент. Ох, ё-моё, здесь 6 кнопок. Да вы что, наркоманы, что ли? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ни хрена себе тут. О, тут с памятью надо работать. О-о-о. Вот это, кстати, штука, я где-то применял, вот эту вот байду. Она прикольная. Она разводит те x, которые тебе приходят, на 3 раздельных разряда. И еще, кстати, она... Кстати, она еще x в p превращает. XP. Это можно где-то использовать? Слушай, на Твиче камеры загораживают детальки. Да, это правда. Которые слева. Ну давай вот так вот прилепим сюда. Наверное. Да, так. Куда? Я не знаю, куда поставить. Может сюда? Нет, наверное, нет. Может справа поставить? Детали и так все запомнили уже. Да, мостик и так нормально. Ладно, давай попробуем поставим. Так, что такое DX300? Давай даже вот, наверное, так вот как-нибудь сделаем сейчас. Так, у меня теперь выше камера получилась.
Ну вот так, короче. Во. Что такое DX300? Что за DX300? А, ну это какая-то... деталька, которую... Это деталька, да. Тащил. Здесь просто, видишь, здесь есть и рекомендованные, и нерекомендованные. Я, кстати, не уверен, почему рекомендованные. Вот эти две, я про них читал, это память. Причем она как-то сложно работает, и я не знаю, не понял, как она работает. Надо еще почитать. Ну, сейчас давай задачу прочитаем для начала. Пошел покупать женьшень на стриме. Ну все, сейчас он нас обгонит через час. Да. Все, по всем все параметрам. Хорошо, да. Ну, конечно, он пишет GVM, что он все на ассемблере программирует каждый день. Ему все это знакомо. Hit is a simple, а мы там... У меня последнюю пару недель работает. Открываешь проект на скале, выкидываешь монады и связанные списки и заменяешь на массивы и циклы, и все в три раза быстрее работает. И все счастливы. Правда. Ладно. Hit is a simple input connected to array of laser sensor on a vest. Respawn is a simple input connected to quick connect jack on a vest. Live simple output connected to array. Короче, все куда-то присоединено. When player is hit, their vest should be set to not alive. Короче, когда приходит hit, нужно ставить not alive. Это значит, что нам нужно что? Logic... Ой, не тот. Вот этот. Not. Смотри, hit... Not alive. Оп. Пошли смотреть. Нет, что-то не это. Какой-то неправильный нот. Подожди, а как... А, потому что хит ну, не смотрел. Нот-то правильный. Да, нот правильный. Просто... Респаун не посмотрел. Ладно, читаем дальше. When player is hit... Это я так, юмор ради. When player is respawned, the vest should be set to alive. When a player reloads the gun, whether alive or not, the ammo should count should be set to ammo reload value. When a player is alive, a reload это типа trigger and reload. Simple input connected to switches in a replica gun. Подожди. Reload value. Не, reload это кнопку reload нажал, а что такое reload value, мы не знаем, но не суть. When a player is alive, pull the trigger and has ammo remaining, the gun should fire and ammo count should be to allow for realistic operation of various replica guns. The ammo reload value is set by the operator using a dial that can be read as explosive. А, то есть вот эта херня, это сколько у тебя патронов после релоада. Короче, мне кажется, я даже на коже бы не написал эту программу. Это очень сложно. Ну что, я предлагаю начать с чего-нибудь простого. А именно... Ну, мне кажется, левая часть... Со стрельбы. А? Вот все условия в левой колонке, они в основном сами про себя. Это не условия. Условия здесь вот... Hit, respawn и alive. А, ага. Да. Ну, окей. Вот hit, respawn и alive, они в основном взаимодействуют только между собой, и можно как-то их запрограммировать. Ну, может быть. Так, hit тогда, если hit мы ставим not alive, а если respawn, то alive, да? Ну, давай на логических гейтах соберем, может. В них нет памяти. Нам надо хранить в памяти alive или нет. Зачем? Смотри. Типа hit и respawn это одномоментные штуки. Да. Нам надо между ними помнить. Окей. Давай. Так, а что у нас? Нам нужно... Вот, короче, меня раздражает, что нет штуки с тремя пэшками почему-то. Так есть. Где? Это DX300. Это три пэшки на выход. Кажется, на вход? Не, на вход она не будет. Ее можно в обе стороны использовать. Да ладно. То есть мы можем, смотри, вот hit и respawn
Вот эти обе пешки мы можем завести в эту хрень, а потом из нее читать X, и в этом X будут в разрядах цифра про хит и цифра про респон. Типа вот сейчас. Типа так сделать? Да. Ну, давай. Так, а что это? Хотел посмотреть, что там будет. Так, да. Вот сейчас респон, типа, это 10, да? То есть респон — это второй бит. А life — это... Ой, а hit — это, значит, третий бит. А, первый бит. Так, погоди, и чё? Хорошо, завели. Как у нас программа-то будет выглядеть? Нам нужно... Хорошо, нам нужно прочитать... Так, а здесь нам тоже не хватит памяти как будто бы. Или хватит? Почему? Вот акк в этом компьютере будет обозначать, живы мы или нет. Хорошо, допустим, да? Как нам... А мы можем... Типа нам нужно... Смотри, нам нужно понять, что написано в x0. А, ну давай, хорошо, давай, да, действительно. Если, короче, в акк написано 0, типа если он дохлый, да? Если при этом в x0 пришел 1, нет, respawn 10 x0, то что? То move 1 ak, да? Если же здесь, короче, здесь будет... Блин, этот минус будет лишний. Но, допустим, иначе нам пришел... Если player been hit... Так, короче. Дальше мы говорим move ak p0 sleep. Ну-ка. Не получилось, да? Слушай, а ты можешь в Дискорде сделать аудио... не таким умным. А то оно все время пропадает и возникает обратно, когда у тебя шум на фоне. Да. Типа у него там push-to-talk, и он какой-то сконфуженный сейчас. Здесь есть, короче, voice activity и push-to-talk. Я бы это все вообще выключил. Вот можно ли ему как-нибудь сделать, чтобы было не voice activity, а просто пусть звук всегда есть? Ну-ка, вот так слышно? Или вот так? Наверное, вот так, да? Вот так слышно? Да, так слышно. Да, наверное, сейчас это будет, короче, всегда, всегда должен быть. Я что-то спасибо. Все пытался понять, как читается этот шэньзэн. Слово женьшень мне что-то не приходило в голову. Даже погуглил в Википедии, вроде есть. Она, кстати, в Википедии шэньзэн как-то называется по-русски даже. Ну, так. У нас на работе есть коллега-китаец, у него есть буква ZH, и он ее говорит как Ж. Но я не уверен, что в китайском только одна такая буква, может их и много. Я не понимаю, что значит два ТИК подряд. Сейчас напишу. Ой, сейчас объясню. Так надо сделать. Да? Нет? Нет. Чуть-чуть не работает все время. Смотри, мы, короче, идем в ТИК верхний, да? У него две ветки, типа, вот это и вот это.
Как язык понимает? Никак. Вот мов на третьей строке, он в плюсе от второго? Он в плюсе от того, который произошел перед ним. То есть это не структурированная херня. Но, короче, наш расчет на то, что... Ну, то есть, по-хорошему, здесь нужно еще один минус. Нет, нельзя написать минус. Короче, что-то... Я думал, что программа будет такая, типа, TX10, значит, мы сдохли. TX100, значит, мы ожили. А вложенных ифов не надо. Я надеюсь, на одном и том же кадре не бывает так, что мы и сдохли, и ожили. А, ты имеешь в виду, вот этот верхний не нужен? Ну да, как будто не нужен, ты прав. Да, да, ты прав. Типа, мы просто не пытаемся понять, типа, случай, если x0 это просто 0, или 11, да, то нас это не интересует. Это значит, ничего не произошло. Да, 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 да. Да. Ну да, ты прав. Окей, смотри. Короче, что тут у нас? Fire какой-то, да, у нас? Что такое fire? Короче, alive мы починили как будто. Trigger reload тоже как будто нормально. А вот fire... Fire is simple output connected to laser and effects module in replicable. When player is alive, pulls the trigger and has ammo remaining, the gun should fire. Короче, сейчас вот самое интересное. То есть нам нужно сделать fire, да? И там все условия, типа, да. У тебя есть патроны, и ты живой. Короче, вот два условия. И триггер. И триггер нажать, да. Ну что, думаешь, прям вот memory судя нужно? Судя по графикам, мы начинаем... С нулем патронов. Почему? Потому что ну, вот здесь видишь, триггер. Когда... Нет, потому что он дохлый. Вот здесь триггер. А, ну да, ну с нулем, согласен. А здесь произошел релод. Но, да, но да. Не перезаряженный. Да. Окей. Короче, что меня беспокоит? Либо мы обойдемся вот такой вот программулей, да? Ну, большой или маленькой, не знаю. Надо было Шепелеву сказать, что Алексей, ты если с нами, добавь меня и будешь играть в Шензен, добавь меня в друзья. Может, ты уже добавил, конечно, но чтобы я тебя в лидерборде видел. Ну-ка, Шепелев. Нет такого. Ну, короче, если что, ник Никитонский, вот, добавляй. Вот. Ну, типа, инстинкт-то какой? Мне типа, кажется... нахер нам это memory, если мы можем просто в дат держать количество патронов, да, допустим? Угу. Мне кажется, самое время расчехлить логический гейт и сделать end. Да-да-да-да, я думал alive тоже про это. Alive и триггеры. Да. Так, логический, короче. Я... Ну, давай... Сейчас, не знаю, давай что-нибудь реализуем. Давай reload реализуем, что ли. Угу. Да? Допустим, короче, reload. А здесь у нас опять три пешки, да? Бля. То есть нам опять такая херня нужна будет, теоретически. Или не нужна будет? Как она? Она будет работать вообще на вход-выход, как думаешь? Типа, из этих нужно читать, а в эту нужно писать. Я думаю, да, будет. А чё бы ей не работать? Ну... Блин, а чё бы ей не работать? Ну... Чё, нам хватит аккаунта или нужно что-то еще? Допустим, хватит, да? Давай, короче, релоад попробуем сделать. Я думаю, строк не хватит, а не регистров. Сейчас, погоди, что-то я это... Смотри, здесь нам типа digit, и она... А почему здесь три вот этих? А ей пофиг, да, в какой писать? Ну хорошо. Ой. Ну допустим, короче, вот так.
Давай релоад реализуем сейчас. И нам нужно вот отсюда еще вот так соединить, да? Если x1, что там у нас в x1? 10, да? Вот это типа 0, это единичка, это 10. То move из x0 vac, да? Типа мы запомнили количество этих штук. Дальше, если в x1 единичка, то есть где-то нажали триггер, да? То так, там t, g, t, здесь уже плюс пошел, правильно? Если больше нуля, если больше нуля патронов у нас, так, что там t, g, t, как у него, какие параметры? Ну, первый, второй, все просто. Если, короче, ак больше нуля, типа если у нас больше нуля патронов, то нам нужно вычесть 1 и move x 100 типа в x1, да? Слип 1. Ну-ка. Ни хрена, только фаер не работает, а в остальном... Надо мувнуть, по-моему, единичку. Почему? Фаер — это же вроде мелкий разряд. Ну давай тогда. Где Little Endian, Big Endian? Да, ты прав. Точнее, Up Endian или Down Endian — эта штука. Да-да-да. Похоже на то. Так, ну смотри, все круто. Кроме, обычный fire и reload заработали, смерть мы не учитываем. Кстати, надо, перед тем, как заводить в тройную штуку, замесить ее логическим гейтом. Какую тройную штуку? Надо триггер. Сюда? В самом начале замесить с логическим гейтом. Давай, нам нужен какой гейт? Нам нужен end, правильно? Типа alive и trigger. Да, alive и trigger, да, пошли искать. Бла-бла-бла. Там просто они реально в игре даже не подписаны, то есть там они выглядят абсолютно одинаково. Логические гейты. Они выглядят... Ну, там маленькая иконка какая есть. Классическими значками. Ой, ну кто их помнит? Которые я не помню, которая какая. Стоп, а что это? Я думаю, в чате обязательно все помнят. Да. Блин, где это было-то? Все, я не могу найти. Ладно, давай тут искать, короче. Вот эти наши микроконтроллеры, вот это наша херня. Блин, мне, кстати, не приходило в голову, что она в обе стороны работает, еще и одновременно, то есть можно и... через один пин писать, а через другие читать. Это, конечно, офигенски. Во, вот они. Во, короче, end — это LC70G08. LC70G08, короче, end. Вот, это end с кругляшочком. End вот такой. Это end с такой херней. Да ну, не, невозможно запомнить. Камон. Так, alive, говоришь, за миксовань, да? И триггер. То есть мы типа примерно вот... Подожди, а где alive вообще у нас? Это наш провод P0, это alive. Вот это alive, да? А, вот, да, все. Увидел. И типа... А, нет, здесь вот не должно быть. Правильно? Давай вот. Да, не connected. Ну что теперь? Так. Зачем я это делаю? Так, самая сложная топологическая задача. А,
зачем я это делаю? Блин, зачем мы я это делаю? Мы тянем триггер. Мне нужно вот этот, чтобы пришел сюда, в P1 попал, да? Сейчас мы джамперами туда попадем. А, нет, блин. Да, ну да, вообще можно попасть. Короче, вот это должно прийти сюда. Как-то. А выход его должен попасть. Давай, короче, опустим, что ли, ее. На всякий случай. Сейчас соображу. Вот так, да? Можно ее развернуть. То есть... А, я тогда не смогу... Блин, как сложно-то. Так, вот эта херня, короче, вообще неинтересна. Вот, допустим, мы зашли сюда. Вот, допустим, мы зашли сюда. И теперь нужно отсюда выйти как-то. И попасть сюда, да? Либо можем, кстати, в P0 попасть. Нам же не обязательно в P1 попасть. У нас P0 свободно. Блин, вот эта часть на самом деле мне нравится. Как бы какое-то странное извращенное удовольствие. Но мне как раз это нравится. Писать программу мне не очень нравится. Вот это вот прикольно, мне кажется. Так, смотри. Мы, короче... Нам нужно триггер вывести. Ой. Вот мы, короче, выводим триггер, допустим, куда-то сюда, да? И вот здесь вот у нас много лишнего, как будто бы. Или нет? А нет, немного лишнего. Но всегда можно вот так сделать. Вот, давай, давай из логического. Подожди, а мы не замесили. Заводим мы не... сразу в P0 компьютера. Да, 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 да. Ну вот так. Здесь просто, видишь, придется. Я хотелось бы как-то прямее сделать. А, ну кстати, что? Mm-hmm. Вот. Вот. Вот прямее. Притык получается. Я, ну, типа, вот эту мы не можем левее подвинуть, вот эту мы даже не можем левее подвинуть. Именно по ширине впритык получается. Вот. А здесь у нас что? Так, ой. Ну, кстати, левее можем. Самая левая деталь у нас там есть, у нее место. Не, нам не нужен вот эта херня. Вот эта херня не должна быть. Ты и так справился. Мы не можем, потому что нам все нужно, круто, чтобы лайф отсюда шел. Здесь вот должен быть изгиб, поэтому мы не можем ее левее сделать. И здесь не можем, потому что нам тоже изгиб нужен. Здесь мы можем из P1 вывести, на самом деле. Ну-ка. Сейчас. Чё? Здесь есть отмена? Что я забыл, что было. Что, нормально? Нет, нет, давай. Все классно. Не-не-не-не. Что классно-то? Здесь нужно просто P0 на P1 поменять. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Да, типа будет работать или не будет работать? My life не применяем, не проверяем. Да, вот здесь вот у нас на что там, на как она, блин, на P0 приходит. Короче, здесь нужен еще один. Добавить еще одно условие. Если, короче, в P0 life. Видал, здесь можно комментарии писать. Да. Там не добавить, а заменить. Проверка с соточкой уже не нужна. Где x1 сравнивается с сотней, это уже не работает. Почему? У нас нет больше этого провода в тройной штуке. Да, 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 да. У нас P0 вместо него. Да, так что... да, да, супер. Типа это alive, это ammo, это... Fire, да? Правильно? Uh-huh. Fire. А вот это что у нас? Это мы... Reload. Reload, короче. Что, типа, будет работать? Ни хрена себе.
Alive же сразу вниз уводится. Ну, во-первых, ты уже не дошел до этого уровня, я вижу. Вот. Да. Во-вторых... Я до этого стрима вообще не знал про эту детальку с тройными штучками. Нифига. Подожди. То есть ты знаешь про какую-то секретную деталь, но не знаешь про детальку с тройными штучками, что-то здесь не сходится. Я знаю про секретную команду. А я-то потому почему? что она мне пришла в этом в почте. Но там задачи Может... приходят не по одной, а сразу три на выбор. И типа ты решил вот А, сейчас вот она, одну вот из она. них, а я решил какую-то другую. Вот она после этой Вот, задачи. undocumented instruction. Да. Да. So I was chatting with a mate at the pub and it comes to light as Chen's hand microcontroller says, secret instruction that isn't in any of the computation. Прям как процессор Intel, прям вообще один в один. Take the format of Gen PRIRI and it conveniently generates a pulse on any simple evil. А, господи, вот она, пульсирующая херня. Вот мы можем пойти в самую первую задачу и решить ее в два раза короче. Так а как они ожидали? То есть человек решает, короче. Человек решает, видит, что другие люди решили гораздо лучше него. Ломает голову, психует, короче, бьет стекла, его возят в психушку. А потом оказывается, что он просто не знал про секретную инструкцию, ну зашибись. Ну смотри, если человек психует от того, что другие люди решили лучше него, это значит, что у него есть интернет. А если у него есть интернет, то он может пойти на Reddit, и ему там скажут, подожди, все будет. Ну, может быть, да. Хорошо. Streamer mod is enabled. О, Шепелев уже использует. Кого? Инструкцию? Алло! Не! Ты должен... Это неправильный экспириенс. Подожди, смотри, здесь еще вот какая. Здесь вторая инструкция. Собака conditional. Seems like many instructions are not translated yet. Put it as a add symbol at the beginning of instruction causes it to execute only once. Have you been... How have you been initializing code? Yeah, okay, I see how it is. То есть один... И чё? Ну, это какая-то не очень полезная штука, да? Ладно, короче, ничего Там не бывает, знаю. Бывает, типа, надо начать... Бывает, надо начать со слипа, но он потом не нужен в цикле. Да, короче. Давай первую перерешаем. Да, короче... Блин, я забыл, что там ген и какие там аргументы. Ген, потом порт, а потом период, когда плюс, и период, когда ноль. А, типа 100, ген, порт, 100, 0, да, вот так вот. Получается. Нет, ген, порт, типа ген, порт, 5, 5, чтобы было... А что было... за 5, 5? А, 5 это сколько секунд. Спать, это сколько 100, спать. 100, да, все, а потом понял, 5 понял, секунд. Понял. Но нам нужно, короче, получается... А что слипы все время в начале писал? Ген P1. Подожди, а как она выйдет? Она делает один пульс. Один делает один пульс? Хорошо. Так, что ли? Ну да. Только здесь, наверное, минус, да? А слип... Да. Ну, типа, либо да, ген спит слип. За нас, либо мы спим за него. Да. Да как так-то? Как так? Как они на единичку меньше набрали? Как? Мне кажется, я знаю, как он так вот.
Не очевидно, что это меньше. Нет, не меньше. Так, ладно, окей, теперь это вопрос принципа. Слушай, а нельзя делать плюс и минус бранчи на одной строке? А, там в Power, чисто, по-моему, да? Засада была, а не в... Мы по Power просели, то есть нам чисто, нужно... Чисто по гистограмме кто-то как будто решил даже еще за меньшее. Вот здесь? Тебе не кажется? Ну, да. Так и за Lines of Code еще, кстати, меньше, кода. Смотри, смотри. Да, вот это вот меня пугает больше всего. А, так они, знаешь, что сделали? Сейчас. У нас есть генератор, да? И у нас есть end. Понял? Блин. Нет, пока не понял. Это не сработает. Потому что фазы не совпадают. Да. Да. Ну плохо что? Так, Шепелев, он что-то знаешь, пишет. Что? ТЕК P0 100 плюс ген P0. Ну блин, ну так мы написали, но у нас 142, а должно быть 141. Я вот думаю про ход конем. Угу. Что если два генератора. Аргументы у ген были бы не... А были бы... Типа аккумулятор подать вторым параметром для ген. И в зависимости от того, в аккумуляторе 1 или 0, будет там будет пульс или будет слип. Так, давай я сохраню вот это решение, потому что оно важно. Да, блин. Да. Так, иди нахер. Так. Вот здесь, кстати, смотри, здесь вот, видишь, сам пазл по красоте подумали. Здесь прямая линия, и здесь прямая линия. Даже вот да. Так вот даже. Вообще красота. Просто невозможно. Да, вот, вот то, что в чате. Хорошо, ладно, давай return to mail. Duplicate. Кого там move p0 ak, изолируем digit, и потом a. А короче, ход конем, давайте сделаем digit 2 хардварный через эту тройную хрень, потому что если p заводить в нижний разряд этой тройной хрени, то x вылезет единичка. Давай, давай, давай. Ну да, звучит, звучит разумно. Так, нужно развернуть. Завести да. Вот так. Да, и ген x0. А нет, сейчас ген p1. Ген p1. 1. Так. Нет, что-то не сработало. Не сработало. Что-то подожди. Пошло не так. Да, сейчас. Да мы, может, не в тот этот засунули, не в тот разряд. Или что-то не так. Сколько. Ну, может быть, я перепутал, просто нужно в P0, допустим, заводить. О, да, не в ту дырку засунули. Блин, охренеть, вообще ничего себе. Ха, одна теперь строка. По lines of code. Одна lines of code. Дима, ты гений. Ты гений. Шепелев. Мы тебя обошли. Нужно на стоп поделить его. Вот. А, классно. Так, блин, это тройная хрень. Это же делятор на 100 тоже получается. И на 10. Да. И еще и по модулю там вот эта хрень. Хорошая штука.
Ну, я даже не знаю, что тут можно еще упростить. Ничего, наверное. Так, итого. Так, вот здесь мы очень хорошо. Всех друзей обошли. Здесь 142. Не всех обошли еще. Это что у нас power usage, да? Ой. А что у нас power usage такой большой? Может, большой, на 0.5%. Не, погоди, может быть, нужно здесь сделать SLX X0? Мне кажется, нет смысла тут же каждым этом... Не уменьшается. На каждый цикл что-то приходит. Да. А как Power сэкономить? Как думаешь? Мне кажется, они немножко начитерили. Почему? Типа, когда кнопка отжимается, то они сделали Sleep 2, например. И из-за этого сэкономили вот прям 0.5 ватта. Да. Ладно. Нет. Почему мы не попадаем? Ну ладно. Вот так попадаем, да? Да. Ну, фиг знает. Ладно. Непонятно. А тут еще... Подожди, стой. Так, а вот здесь, на этой диаграмме, мы типа в самой левой колонке, да? По power usage. А если зайти сюда... А, ну мы в самой левой и были. Все нормально. Ну, короче, ладно, похер. Нормально. Вроде. И где-то был еще один пульс-генератор, по-моему. Сейчас. Самое первое, по-моему. Нет? Не. Вот здесь, ну, явно пульсы можно замутить. Угу. Угу. А здесь вот какой-то логический гейт, но я что-то это... Кстати, да, давай вот... Или что, или вперед пойдем, или эту решим. Давай на гистограмму. Что там, есть кого обгонять? Да. Ну, вам... по power usage, давай по lines of code очень сильно. Типа, вот это, видимо, какое-то самое очевидное решение, видишь? Это решение тех, кто постарался, а это тех, кто открыл секретные инструкции. Ну, давай, погнали, да. А, вот, кстати, вот это, кстати, первое решение было вот такое у меня, да? Потом я... О, видишь, я вот эту тройную херню... За... Потому что она не рекомендовалась, вот, типа, она за это, она за скрыта здесь, типа, ну, такой, ну, ладно, не рекомендуется. Но все равно здесь без пульсов, да? Пошли с пульсами, короче, сделаем. Так, что нам нужно? Короче, вот здесь нужно пульс сделать, тупо. Пульс это у нас нужно вот так сделать, да? Ген P1 1, 1, да? Допустим. Ну-ка. Клик. Давай ген P0 сделаем. Вот так вот. Да, P0 совпал. Хорошо, а теперь здесь мы, короче, делаем логический гейт not. Так вот. О, и P1 сделали, прикинь. Прикинь, это как... Чё? Как в процессор впаять, короче. Специальный. Там, знаешь, в процессоре два проводка соединил, чтобы у тебя флоты в JSON быстрее парсились. Я думаю, да. Над этим уже работает. Так, а есть же в каком-то то ли Intel, то ли чем, есть инструкция именно для парсинга чего-то из JSON. Ох. Или что-то там, или для складывания чисел по правилам JavaScript. Ну, там прям они там, она прям в названии это есть, короче. Не скрывает для чего такая инструкция. Вот тут еще какую-то хитрую штучку сделали, чтобы мы здесь провода не проводили явно. Ладно, короче, смотри.
Здесь нам нужно просто тупо сгенерить вот эти три графика. Здесь нужно просто, ну, конкретное количество инструкций спать. Видишь, да, что здесь что-нибудь? Про три вот этих графика, что можешь сказать? Сейчас посчитать надо. Ну, это XOR, короче. 0 и 2, если их заксорить, мы получим 1. Угу. Отлично. Да. Ну, логично. Поэтому нам нужно что? Нам нужно два output'а, правильно? Мы типа move, короче, 100 в P0. Да. Ну да. Нет, 0 и 2, они оба делаются геном. Шаришь. Я забыл, что у гена есть параметры. Крокодил. Power is off. Короче, мой монитор пишет, показал мне, что через 5 минут он выключится. В целях экономии энергии. Монитор, на котором я прямо сейчас играю. Да. Хочу ли я выключить это? То есть он... А, здесь какая-то есть херня, типа больше 4 часов, если подряд он включен. Бред какой-то. Но он же не знает, что ты не заснул и не ушел. 6, короче, а потом 4, да? Но тогда нам 2 придется такие штуки городить. Да. Чего не сделаешь. Или нет, подожди. Подожди, допустим... Ну смотри. Подожди, подожди, смотри, 6, короче, сейчас 1. Мы, допустим, играем. Потом мы говорим ген P1. Блин. Ну, короче, да, давай две штуки сделаем. Нет, так не сработает. Да, давай две штуки сделаем. Но мы можем... Мы можем уложиться в 3 строки кода на всю задачу. Да, это будет хорошо, да. Значит, здесь у нас 8 и 2. Но с офсетом, короче. Как офсет сделать? А не так, 2, 8. Так этими вот. Логическими гейтами? Не-не-не. Вот как. Нет, это потратит строку. А как то ты есть, да, так можно, но это потратит строку кода. А как ты, как так ты, вот смотри. С логическими гейтами. Какими, что еще раз, что это значит? Ну, если ты сделаешь ген 8.2, а потом запустишь его в нот, то у тебя получится вот то, что drink 2 требуется. Но здесь это не 8.2, здесь 1, 2, 3, 4, 7. Вот первый этап это 7, а не 8, понимаешь? У него фаза смещена на единичку. А, он не сначала начинается. Да, да, да. Поэтому вот этот слип хорошо подойдет. Да, да. Ладно, хорошо. P0, короче, идет в drink 0, допустим, да? P1 идет в drink 2. И нам нужен XOR, короче, как-то сообразить нужно. Сможем ли мы... Смогут ли наши герои засунуть XOR в это ограниченное место? Даже не просто XOR, а XOR, а потом NOT. Не, просто XOR. А, да, блин. Хорошо, пойдем посмотрим, кто из них XOR. XOR это 8.6. Вот это, короче, херня, это XOR. Типа... Ну, допустим, вот так. Давай сделаем вот так. Да. И вот так. И вот так.
Блин. А, что так места мало? А, ну мы можем, кстати, вот так сделать. Смотри, вот, вот это... А, нет, так не можем. Вот, блин, вот так можем сделать. Дальше что там? Короче, надо куда-то с XOR. Давай сейчас подумаем, куда нам уже XOR. XOR должен войти. Вот это должно войти. И, допустим, вот это, да? Вот, вроде вот так должно получиться что-то. Ой. Вот так. Здесь еще нот надо поставить, да? Вот так вот. И... Так не влезает это. Ну я вижу, что. Drink 0. Я... Ну, сорян. Я вижу. А, слушай, влезет, если мостик сделать. Мостик откуда куда? Вот где drink 0 дырка, провод идет на две клетки влево, и вот с этого места можно сделать мостик. Че, погоди. Давай еще раз. Drink 0. Вот отсюда сделать мостик из drink 0? Да, вот дыр, есть дырка вот drink так. 0. Дырка drink 0, из нее идет провод налево и еще раз налево, и там можно сделать мостик. Вот так? Да. Может быть, вот так? Да. Вот где клик один, где клик один, из него надо провод пускать налево, а потом вверх, а, ну, не, видишь, а не наоборот. Не может. А, ну да, окей. Вот так, да? Нельзя делать нот под мостиком? Не. Ну, ну окей. Но в принципе не получится. Да, вот так. Да, 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 вот так. Да, вот так. Все нормально. Нам нужно что? Нужно вот это соединить, да? И вот так сделать. Нет, здесь я тогда, ладно, уж вот так сделаю. Нет. Но я недоволен. Я бы хотел, чтобы количество потраченных проводов тоже как-то учитывалось. Ну что, похоже на правду? Так работает. А, хорошо, вопрос, да. Что-то... Мы зря нот сделали, что ли? Подожди, что-то я не понял. Почему? Как работает XOR? Единица и ноль — это единица, правильно? Что-то не то. А, слушай, из гейта сразу выходит XOR и NOT XOR. Там у него же два аутпута. И мы не тот зарулили. А где это написано? Вот в таблице. А, вот, output normal, output inverter. Ну тогда неинтересно. Все для людей. Тогда вообще неинтересно. Тогда это все. Зачем мы решали задачу по топологии? Так я был, знаешь, я так был доволен, что мы ее решили. Я думал, вот прикинь, ну типа хороший пазл дизайн, что все настолько точно подогнано, что типа. До клеточки. Да, что там единственное возможное решение. Блин, ну хорошо, что мы сейчас узнали про это. О, 4 строчки кода. Красота. Продакшн кост в космосе, и но... самый низкий продакшн из всех. Подожди. Это прошлый. Нет, это прошлый. Сейчас у нас 11 сейчас. Был 7 когда-то. А. Power User сейчас самый низкий, ну так, относительно, не из всех друзей даже. А что, может, Power User здесь можно соптимизировать? Хотя как тут Power User соптимизируешь, да? Как тут Power User соптимизируешь? Не знаю, тут
Алексей нужен. Нет, подожди. Короче, а может быть можно замиксовать один из вот этих верхних пульсов и вот этот вот 8-0, чтобы получить, допустим... Нет? Нет. Не знаю. Не, нельзя. Не, если бы здесь было дын-дын-дын-дын, тогда можно было бы. Ну ладно. Ну, я знаю. Алексей нужен, да. Алексей нужен. А, так, пойдем, вернемся, посмотрим, что мы получили. Вот. А, вот у меня был 7. Это когда я решил тройной гейт вот этот вот ебануть. И как я это все делал? А, я просто вот эти все три закодировал в трехзначное число, типа. И, типа, спал столько, потом одиничку, единичку. Это успех. Да, конечно. Вот, кстати, если бы ген мог... Можно было бы больше периодов указывать в гене. Не суть. А, да, то есть это, кстати, довольно неплохое решение. Оно меня в лидеры по... Да, блин. По продакшн-кастам вывело. Хотя вот кто-то за 5 решает, кстати, вот здесь вот. За 5. Или 6. Непонятно. Ну, как минимум, вот этот дизайн можно улучшить, если заменить, короче, вот эту херню на ген, правильно? Типа ген. Ну да, но продакшн кост это не поможет. Мне кажется, продакшн кост 6 это просто все впихнуть в три маленьких компьютера и все. Типа, здесь, короче, засада в том, что... Смотри, дырки 3, да? А выхода у меня тут в маленьком компьютере выхода 2 всего. Понимаешь проблему? А-а-а. Да. Но, в принципе, 2 достаточно, если прибахнуть Logic Gate, да, на третий. 2 нам, в принципе, достаточно. Но это плюс 1 production cost. Это 7 снова. О, нам опять подсказка от Шепелева. Ген P061. Ген P1. 2. 1. Ну да, в принципе. Ну, ой, про XOR мы догадались, как бы. Про XOR мы догадались, ладно, Алексей. Спасибо. Но про Drink 0, Drink 2, короче, он смог объединить вот эти два в один юнит. Это нам что дает? Мы можем одну вот эту херню выкинуть. А, типа, пока у тебя... Ну смотри, понятно, ты типа 6 делаешь, один спишь, вот он 2 делаешь, один спишь. Да, пока один спит, другой пульсирует. Да, да. Да, это прикольно. Ну, давай с подсказками. Ген P1, 2-1. Это тогда не нужно. Так, а здесь что у нас? Давай как-то это. P0, P1, да. Типа вот P0. Ой, какая кривая. Какой кривой провод. Не примут на фабрике. Сейчас я соображу, откуда лучше зайти. Ну, вот так, видимо. Так, 3 строчки кода. Ну все.
Алексей, давай добавляйся в друзья. Где твои результаты? Я не вижу их почему-то. Может, он уже добавился? Может, мне на Steam надо посмотреть? Так, что там? Так и ты открой первую задачу. Во-во-во, смотри. На этой там. Mind you invite. Вот, это он, наверное, есть, да? Shade. Ну, наверное, он. Че открой первую задачу? Ну, потому что ее-то он уже, наверное, решил. И обогнал всех. Ну, давай посмотрим. Про пульс-генератор? Ну, что-то... А, вот он, Shade 3. Три строчки кода? Не, это я, не Алексей. Не-не-не. Не может быть. Три строчки кода. Подожди. В три раза хуже, чем можно. Ну. Не понимаю. Ладно, мы там тоже что-то нетривиально сделали. Так, что мы сейчас... Где мы... Вот это, да, была сейчас? Да? Да. Так, хорошо. У меня XOR гейтов нет. Йо, в смысле нет? Они есть. Они просто not recommended. Они, типа, их можно использовать просто, типа, тебе, чтобы ты сфокусировался, тебе говорят, типа, пока не используй. Так, а тут у нас что? Тут у нас что? А что мы хотим сейчас добиться вообще? Три строчки кода. По строчкам мы в топе. Здесь мы в топе. Продакшн косты мы хотим, да? Мы типа 7. Я знаю, как сделать за 7. За 7 делается вот так. В принципе, здесь можно количество строчек уменьшить, да? Но... Короче, наша задача сейчас за 6 попытаться как-то это сделать. Кстати, смотри, вот здесь вот можно где-то за 18 сделать. И не каждый догадался, очень маленький процент людей догадался. Так, за 6, за 6, за 6. Ну, давай подумаем. Просто на каждый выход по компьютеру. А, мне почему-то кажется, что компьютер должен быть один. Но большой. Но большой. Но один, они все по 3 стоят, да? А, кстати, подожди, вот здесь. Слушай, реально... а сколько стоит? Один большой компьютер. Один компьютер и две тройных штуки. Сколько стоит? Ну, вот одна тройная штука у меня есть для тебя. Компьютер 5, эта штука 1. Короче, компьютеры маленькие по 3, большой по 5, это как раки же. Большой, но за 5, маленькие, но за 3, но маленькие. Вот. А в гейты все по единичке. Включая тройную штуку. То есть, если мы идем либо... Можем ли мы обойтись маленьким компьютером и двумя тройными штуками? Да хоть тремя. Проблема сколько маленького... У нас бюджет 5 или 6? 6. Ну, 6 хотя бы. Но мы типа сделали за 7, и кто-то явно сделал меньше. Там непонятно, там 5 или 6. Угу. Вот, ну... Типа вот так, это у нас 3 плюс 1, 4. В принципе, можем еще 2 каких-то ерунды накидать. То есть... Угу. Сложно. Сложно, да? Но теоретически, наверное. Контракт. Thank you.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, тринадцать. 13 строк кода, да? 13 строк кода. Ксора 2 выхода, то есть клик звездочкой можно накормить им. А нет, там не тот формат портов. У Ксора 2 выхода, один инвертированный, а другой не инвертированный, да. Блин, прикольная игра, прикольно. Тут тоже водички налью. О, я вижу много проводов и программ. Ноль строк кода. Как ноль? Где ноль? Ну вот, ноль. Пока что? У тебя сейчас. Да. Ну смотри. Какие могут быть соображения? Кажется, что поскольку нам нужно сделать 5 выходов, да, то 2 маленьких не вариант. 2 маленьких — это 4 выхода всего. Так? 2 маленьких — это 4 выхода. Кажется, что нужен вот этот... И, допустим, маленький. Тогда это 3, 1, 4. И у нас есть еще 2 на всякую ерунду. На XOR gate, например. Большой. Большой и тройник тоже как будто хватает. То есть из большого 2 P-провода выходят напрямую. И 1 X уходит в тройник, из которого выходят еще 3 P-провода. В итоге 5. Да, но непонятно, как так большое напрограммировать. Да, это сложно. Или маленький. Ну вообще, как, смотри, как бы, блин. Если мы ставим 2 маленьких, у нас бюджет уже закончился. И нам не хватило, типа, дырки одной. Да. Если мы ставим маленький и какие-то логические гейты, ну, это уже кажется более правдоподобным, да? Но тогда, как бы, вот если мы так ставим и что-то еще, тогда вопрос, что еще? Ну, типа, точнее, нет, блин. Как сделать? Вот это вот оптимальное решение, да? Здесь 2 маленьких просто, с минимальным количеством кода. Но... Погоди, а мы, может быть... А, нет. Без ксора нам не обойтись, получается, да? Такой конструкции. Ну, потому что дырки просто не хватает. То есть нужно пытаться как-то в один маленький все это засунуть. Ну, типа, вот одна дырка займется вот этой штукой. Плюс там not gate, допустим, да? Вот так мы сделали.
А сколько память стоит? 2 рубля. Стоит 2 рубля. Я, правда, не умею ей пользоваться. Но чисто теоретически идея была бы, что в памяти лежат волшебные числа, а маленький компьютер читает эти волшебные числа и записывает их в тройную хрень, чтобы она как раз отображала. Так погоди, слушай, что надо. А, блин. А, типа аккаунт, а этим мы не можем воспользоваться, потому что он нам для... А, не, он нам не нужен для пульсации. Сейчас, погоди, какая здесь фаза вообще? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, да? То есть смотри, фаза-то в принципе четная. Смотри, что если мы сделаем вот что? Мы скажем move... Stop P0, да, здесь вот сделаем sleep. Короче, смотри, давай, короче, вот так вот наверняка. Вот это стоит, что у нас, 3, это 4 и это 5. Мы сейчас за 5 вообще решим, или за 6. Смотри, у нас есть аккаунт, правильно? И мы можем здесь всякие условия писать. И, соответственно, мы будем в аккаунте... Как это? Аккумулятор, господи, аккаунт. Аккумулятор. Мы будем в нем хранить число от 0 до 10. Это наше время. Ну, даже от 0 до... Ну, грубо говоря, от 0 до 10, допустим, да? Как тебе такая мысль? Ну, мысль отличная. Мне кажется, строк не хватит. Ну, допустим, от D1, да, если... если меньше less than TLT, что ли там? Less than, правильно? TLT, есть такое? Если меньше 6-7, то есть, то move P1. А, сейчас. Сейчас. В P1 мы не можем, нам надо в X1 что-то писать, да? Типа... Угу, в X1. 100. Да. Иначе... Наоборот, 100, X1, я не буду запомнить. Ну, давай вот так вот, X1. А что у нас здесь? Здесь пофиг, к какому X подсоединиться, да? Дальше... Если аккаунт больше 7, опять же, так, да, вот это 6, короче, 7, 8. Если аккаунт больше 7 и меньше 9, и меньше 10... Я с ужасом смотрю на пустое место, которое стремительно кончается. Да. Так. А чё? И чё? Блин. То нам нужно послать... А, ну они... Это взаимоисключающие, правильно? Параметры. Типа он либо меньше, либо больше. Окей. То послать нужно в X1, нам нужно послать, что? 1. Да. Во, смотри, add1 и dgt1. Вот так.
и слип один. О, видишь, вписались. А, не. Но P0 всегда 100. Да, не то здесь что-то. Я слип хотел же еще добавить. Нужно проверить, что делится на 2. Как-то. Нет. Че, нет такой операции? Такой железки у нас нет. Черт. Ну ладно, P0-то P0. Нужна другая задача. Давай посмотрим, совпадают ли вот эти у нас. Нет, что-то не это. А почему я не... А, так я аккаунт. Подожди. А почему у меня аккаунт не увеличивается? Да, аккаунт же надо еще... Его надо увеличивать еще, его надо на 10 сбрасывать. Это все куда-то надо вписать. А места нет. О, вот теперь увеличивается. Смотри, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я не тот диджит написал. О, смотри, и почти все правильно, только я неправильно эти... Ну соединил. Да, что-то происходит. Соединил неправильно. Значит... Мысли connected to self, что это значит? А, там какие-то провода, наверное, под этим, да. Нет, что-то я ничего не это самое, не исправил. Ладно, короче. Давай еще раз. Но мы, победа близка. Я чувствую прям. Ну, во-первых, можно так просто сделать. Так, значит, что у нас идет? P0 идет, допустим, сюда. P2 идет сюда. Ну-ка. Ну, почти, да? Только здесь вот я немножко дал маху. Вот это правильно? Нет, что-то это. Ну что, думаешь, не перспективное направление, да? Мне кажется, нет. Ну, пока да, как-то не очень красиво получилось. Еще же и P0 неправильный. Ну да, я помню про это, я помню. Мне кажется, очень перспективно, но по-своему. А можно перевернуть контроллер, чтобы на обратной стороне еще 9 строк дописать? Можно вот так вот бесплатный комментарий оставить. Неперспективно, да? А, да. Ну ладно. Ладно. Так, а чё как... Ну тогда... Предлагай ты тогда, чё? У меня закончились идеи. Давай попробуем от обратного. Я предлагаю другую задачу. Сейчас, ещё чуть-чуть. Хорошо. Обратного, да? Смотри, кстати, вот есть такая херня, да? У нее все пины это иксы. Мы можем сделать вот так. Вот чтобы так. Нам было максимально неудобно. Что неудобно-то вот? Она стоит, да, стоит столько же. Если бы она была дешевле, это было бы круто. Да. Короче, очень удобно то, что ты пульс генерируешь одним, а все остальное другим, да? И...
Просто смотри, теоретически-то мы можем же вот так писать. Можем написать move 100 p0, да, sleep 1, move 0 p0, sleep 1. И так 6 раз. А потом, короче... Продолжай. Потом в какой-то момент... Короче, не. Там не хватает строчек. Я, вот этот особенно слип один, короче, мешает. Ладно, похер, другая задача. Да. Не получается. Не выходит каменный цветок. Ну, неплохо, но вот мак. Мне кажется, надо вернуться к этой задаче, когда мы научимся поработать с памятью. Думаешь? Ну, мне кажется, перспективным направлением про то, что нам нужен маленький компьютер, кусок памяти с волшебными числами, ну и еще какая-нибудь логическая хрень. Маленький компьютер, кусок памяти, логическая хрень, ну, может быть. А чё будет память делать? Не очень понятно. Память будет вот то, что ты хотел писать всякие прикольные условия, типа там больше 7, меньше 7. Вместо этого в памяти уже будут лежать ответы, сколько нужно на каждом цикле писать в порт. Подожди, смотри, да, давай еще раз. Здесь мы были? Нет, не здесь, да? Не здесь. Какая была задача? Тут. Drink. Да. Ну, смотри, допустим, мы пишем, короче, move 100p0, sleep 1, move 0p0, да? Нам ген тут, кстати, подходит. А если подходит. Теперь... Ген p0, 1, 1. Во, кстати, да. Ген P0, 1, 1. Потому что у этих-то цикл синхронизирован с вот этим. Допустим, да? А теперь мы же можем, мы реально можем увеличивать аккумулятор и можем... Смотри, давай вот здесь, давай вот попробуем смотри, вот эту волну drink 0 параллельно с этой сгенерировать. Сейчас мы говорим move 100p1, да, допустим. Потом говорим вот это, дальше говорим add 1 аккумулятор. И dgt 0. Если аккумулятор больше 3 move 0 p1 а вот этот move 100 p1 да? Мне кажется, как только мы трогаем аккумулятор и DGT, это сразу провал. Ну, сейчас, погоди, почему вот сейчас не работает? Слишком длинно, да? А, потому что период 10, давай так... Во, смотри, я сгенерировал drink 0, да? Уже неплохо. Угу. Неплохо же, согласись. Да, неплохо. Теперь, если, допустим... Сейчас. Move... А, мне теперь некуда это все выводить, да?
в X1, я не знаю. Но он не даст мне выйти. Ладно, P0, допустим, я сгенерировал. Вопрос, типа, куда мне сгенерировать P2, допустим, если я даже захочу, допустим, как-то это сделать. Смотри, а давай ход конем. У нас есть маленький компьютер, у которого первые три строки — это ген P0.1.1. Так погоди, смотри. Три одинаковых строки. Давай вот так сделаем. Ген P0.1.1, ген P0.1.1, ген P0.1.1. Это мы прошли раз, два, три цикла, да? Теперь мы говорим move0p1. Дальше говорим ген P0.1.1. Это мы еще цикл сделали. Допустим. Ген P0.1.1. Подожди. Вот это нам даст. Да. О! Это то же самое, ну, мы также сделали вот эти два, да? Но непонятно, как в эту конструкцию вот эту третью херню вписать. У меня есть чудовищный план. Давай. А нам, ну, P0, эти, клик 0 и клик 1, между ними gate not, как всегда. А чудовищный план состоит в том, что из маленького компьютера по порту X идет в тройную хрень. А трехзначное число. Через эту Нет? Что? Трехзначное число. Трехзначное число, да. Трехзначное число кодирует drink 1, drink 2 и клик 0. В смысле и клик 0? Чтобы вот на первых 6 секундах мы генерируем клик 0 через порт P0, а на следующих 4 секундах мы будем его генерировать через тройную хрень. А, типа мы генерируем клик 0, drink 0 и drink 2, да? Нет, drink 1 и drink 2. Почему drink 0 я хочу делать через XOR, потому что, чтобы не тратить первую строку на то, чтобы ставить drink 0. Подожди, ну я понял твою идею, давай попробуем. Давай, короче, смотри, идея в том, что, допустим, мы... X это 1, 2, 3, 4. Нам нужно 4 сделать фазы, да? Вот эта дырка это 4. Для этого нужно 8 строчек, к сожалению. У нас 5 строчек. Да, даже если мы вот это... 11 строк. Да. Можно было бы ген как-то повторить вот несколько раз, да? Ну я понял, типа ты хотел что-то типа move, допустим, 1, 1, 0, x1, да, move, 0, 0, 1, x1, вот так вот, да? Вот если бы здесь sleep не надо было вставлять, я знаю, да. Может через точку запятую. Это было бы очень круто. Если бы не надо было спать. Да. Ну, слушай, а может быть мы drink 2? Drink 2. Так, хорошо, смотри, если мы это сделаем... У нас же вот... есть еще P1, да? Что нам P1 дает? Слушай, а можно писать... Можно писать геном в шину X? Да, мне кажется, куда угодно. Потому что ген — это одновременно и запись, и слип. И если нам на каком-то шаге понадобится записать число 100 в тройную штуку, то это можно сделать через ген. Да. Ген же — это, блин, гениально. Просто мы делаем ген 1-0. А, это только для 100 работает.
Да. Нельзя. К твоему вопросу нельзя. Ну, идея была хороша. Идея была хороша. Так, смотри, короче, твой план был такой. Мы делаем P0 сюда, да, и потом мы генерируем... Не, ну я уже тоже не вижу перспектив, потому что строк на слипы не хватает. Лут. Вы придумываете лут. Что такое лут? Lookup table. Это про идею с куском памяти. Ну фиг знает. Ладно, давай другую действительно значить. Давай еще одну и расходимся. Это уже что-то уже 20,5 часа. Сейчас это по-быстренькому решим. Да. 8 часов рабочий день и все. Radio RX not blocking X bus input connected to radio receiver. Блин, not blocking это самая жопа. Red, green and blue. О, мы сейчас будем дисплей делать. Simple output connected to ultra bright RGB 3 color. When data packet is received over the radio, pulse LED as specified. Red intensity, green intensity, blue intensity. Pulse duration. Ух, ёптать. Типа они суют нам 4 числа. 0,50, 100, да? И мы должны в течение этого времени гореть лампочками. Но если пришел еще один, ёптать. То есть нам надо заводить свой таймер, который будет тикать. Надо смотреть. Каждую секунду надо смотреть, не дотикал ли он и не пришло ли что-то по радио. Да, да, да. Ла-л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 а. Ну чё, чё будем вот эту делать штуку? Ну вот потому что мне кажется, что здесь нужно что? Смотри, давай попробуем, короче, вот так вот. Подожди, а это simple? Ой. То есть нужно вот эту штуку, наверное, да? Три пина, чтобы сделать. Так, не, лучше. Эта штука не подойдет. Чего? Она же умеет делать только 0 и 100, а нам так, надо RGB специфические числа. У меня башка не варит. Смотри, если мы засовываем сюда, она каждый разряд умножает на 100, что ли? Подожди, она не умножает. Да, да. Да, умножает. На 100 именно. Да. Но явно не на то, что да, надо. Да, умножает на 100, да. Окей. Так, подожди, а если здесь, допустим, не 100, а 200? Ну ладно, это уже. Я думаю, если 200, то exception. Хорошо. То есть ничего хорошего, конечно, но... А как нам... сделать три пината. А, я знаю как. Ну, видимо, только два компьютера надо делать. Да. И...
Ох, как простая задачка, да? Я думал даже, знаешь, давай как смотреть. Давай другую, да. Давай три компьютера сделаем. Короче, концепция давай. Следующая. X. Красный, зеленый и синий компьютер, да? Так, там что там сначала идет? Red, green, blue. Да, смотри, мы делаем, короче, move. В общем-то, вот так вот. Ноп-ноп. Ну, она само как-нибудь, надеюсь, разрулится. Да. Не-не, подожди. Надо во втором компьютере сделать ноп, а в третьем ноп-ноп. Это чтобы гарантировать, тогда но я надеюсь, будет. Что оно... Да, ерунда какая-то. Ну, давай ноп сделаем. Что-то происходит. Что-то не то, да? Смотри, вот здесь как будто похоже что-то. Ну там эти опять 999 надо фильтровать. Это же не цвет. То есть нужно прочитать, короче, да? Допустим, вот так. Так вот, да? Ну, почти. Или нет? Сейчас. Ну, смотри, вот сейчас что произойдет? Оп. Здесь мы прочитали 0. Типа. А, все, я понял, почему. Здесь вот так нужно. Минус 1 должен быть. Вот, короче, здесь вот как будто правильно blue и green, да? Так, ну так, условно. Или нет? Ну, все правильно, пока мы не прочитываем число, которое duration. А, вот здесь 90. Duration воспринимается у нас как красный, и это все ломает. Да, 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 да. Нужен четвертый компьютер. Да. Давай просто смотри, вот у нас третий компьютер, да, здесь вот. Мы просто здесь сделаем вот так вот. О. Только он почему-то не уменьшается. Почему он не уменьшается? А, здесь должен был остановиться после четверки. Короче, он не останавливается. Типа... Перезапись да, работает, а остановки нет у нас. Нам нужен таймер, короче, теперь. Как мы таймер будем делать? М? Ну, четвертый компьютер. Четвертый компьютер, и он делает таймер. Когда таймер заканчивается, то что, да. Просто все останавливается. То этот компьютер, когда четвертый компьютер, когда в нем дотикивает таймер, он инжектит в X0 4 нуля. Нет, 3 нуля. Нихрена, да. Ты какой. Вот это мышление программиста. Нет. Респект. Не, серьезно, очень круто. Математик выливает воду из чайника, чтобы свести крайне задачи. Хорошо, давай тогда... Так, ну, мне кажется, вот это нужно подвинуть. Мне так нравится, что провода, которые... Что под этими штуками могут быть провода... Да. 3D-игра.
Так, здесь нам достаточно вот так сделать, кажется. Так, что нам нужно? Нам нужно, во-первых, этот x0 читать. А, нам нужно можем читать и писать, правильно? Вот так вот. Да. Я даже зря там. Мне кажется, что все будет очень чудовищно. Что будет очень много нопов, и мы будем отлаживать. Ну, нопа будет ровно раз, два, три. Три нопа будет. Давай, ноп. Ноп. Мув. X0 ак. Да? Не, блин, так не получится. Короче, засада в том, что x0 не блокирующий. И нам нужно настоящий счетчик и не настоящий, как бы. Да. Согласен, да? Но зато здесь больше возможностей писать нопы. Смотри. Ноп-ноп-ноп. Move x0. Дат. Если дат больше, чем минус 999, то произошел таймер, правильно? То это duration, да. То мы его перекидываем в this x2. Вот так вот, да? И чё? И ничего. И делаем jump start. Правильно? Sleep, может быть, еще делаем. Вот. А иначе. Нам нужно сделать sub. T less than ак, а чё, суп 1, если, короче, это меньше, чем 0, да, то мы хотим сделать move x2, 0, неправильно пишу. Мне сейчас очень стыдно за все высокоуровневые программы, которые я писал, конечно. Они примерно так и выглядят. Так, not sleeping. Что-то, короче, со слипами не так. Типа мы пытаемся что-то записать в x2, да? А там никто не читает на этом ходу. Да, все уже все прочитали. То есть надо нули записывать. Надо тикать таймером на следующем. Ну, давай попробуем. То есть сначала sleep получается, да? Так вот. Я чувствую, что код системы перестал влезать мне в голову. Ну, сейчас. Да, короче, давай. Вот, короче, раз, два, три мы прочитали. Теперь там минус 999. А почему, кстати, минус 999? А, вот мы пошли. А, подожди. Так вот. Ам...
Да, ну что-то у меня наушники говорят, что они хотят уже спать. Еще 10% есть. Да, здесь очень-очень-очень сложно, но как будто это можно заставить работать. Здесь просто с ифами неудобно получилось. А, кстати, почему у нас здесь... А, да, у нас три нопа. Смотри, давай сейчас попробуем что-то понять. Если, короче, мы читаем какое-то число... Да? То мы... То мы просто записываем... Дат... Так. Вот так вот. А дальше пошло безусловное. Как будто вот так. Вот так. Нет. Давай по шагам теперь, короче. Вот раз, два, три, нопа. Мы прочитали из x2... А, здесь ничего не интересного, мы ничего не прочитали. Вот мы прочитали раз. Вот мы прочитали два. Ах ты, сука. А, потому что мы начали с нуля. И он попытался что-то там, короче, записать. Давай сделаем вот как. О, видал? Что-то сработало. Ну, мы уже два пакета обработали. Но на втором она, конечно, не стала спать. Давай дойдем до сюда. Вот, короче, раз, два, три. Что там у нас? Аккаунт 2. Аккаунт 1. И вот сейчас, я чувствую, будет самое интересное. У нас идет ноп-ноп-ноп. Это не выполняется. Из аккаунта 1 мы вычитаем единичку. Получили 0. Да. Меньше ли аккаунт, чем 0? Нет. Не меньше. 0 же не меньше, чем 0. Поэтому мы просто спим и нихера не делаем. И мы проскочили. Ладно. Это off by one error. А почему это... вообще... Это off by one error, типа, не интересно. Вот сейчас будет интересный шаг. Вот теперь он меньше, да? Мы такие, херак, давай поспим. И мы пропустили еще один ход. И потом херак, записать, записать, записать. Нет, что-то не то, да? Давай sleep. Ну, во-первых, типа, меньше ли аккаунт единицы надо сделать? Вот так получилось. Да. Ну-ка. Нет. Здесь безусловный слип должен быть. Ага. Теперь, блин, райт не работает, потому что вот это нехорошее. Так слип нормально же стоял. Да нет. Мовами. Ну, почему? Короче, он куда-то продвигал, и что-то не получалось. Вот смотри, что не получается, да? Что-то не получается. Давай, вот смотри, вот раз, 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 раз. И вот, короче, мы пошли. Раз прочитали, два, три прочитали, четыре прочитали. Теперь те трое спят, а мы пошли как раз что-то думать. Вот сейчас, короче, смотри. Угу. Сейчас вызовется sleep, и мы продвинемся на следующий этап. Оп. Но все продвинутся синхронно. Да, все продвинулись синхронно. Вот сейчас почему-то не сработает вот этот read. Вот мы говорим move типа 0, да? X2. Да. А нет, вот продвинулся. Вот продвинулся. Не совсем синхронно. Не по порядку там получается продвинулись.
Ну, кажется, писать в ту же шину, куда пишет само радио, это undefined behavior. Да-да-да, но там еще есть какая-то вот странная штука. Вот смотри, вот сейчас, короче, все поспали, и вот этот сразу начинает читать. Угу. А этот сразу начинает писать. И они не совпадают, насколько я понимаю. Или совпадают. Вот этот уже на третьей операции почему? Вот этот заблокировался, да? А этот уже на третьей, а не на второй операции. Может быть, нужно по нопу везде добавить? Ну-ка. Не, ну а как? Мы не можем добавить по нопу. Дима, а как ты многопроцессорный код пишешь? Так и пишешь, слипы добавляешь, правильно? Нет. Да, конечно, нет. Потому что здесь мы не можем добавить. Я знаю, я знаю. Но это другая проблема. Пока что. Сейчас давай дойдем. И вот сейчас мне интересно, что произойдет. Вот мы поспали. Неправильно, да. Но, кстати, неправильно добавился. Что-то херня какая-то. А почему тогда-то не работало? Тогда вот все было правильно. Слип правильно стоял. Чего не работало? Мне вот это непонятно. Понимаешь? Вот мы сейчас типа блокируемся, да? Потому что второй... Кто-то из них, короче... Вот сейчас. Смотри, вот все стоят. Эти на нопах, этот на муви, да? Этот на муви. Делаем шаг. Мов, мов, ноп, ноп. Вот этот мов, короче, вот эти два продвинулись, а этот не продвинулся почему-то. Он продвинулся только через один шаг. Да и то не продвинулся. Не, ерунда какая-то, сейчас еще раз. Нужно смотреть, кто куда вот сейчас, какие стрелочки откуда летят. Вот эта штука прилетела сюда. А потом вот это вообще прилетело. Потом она туда пролетела. Да, короче, наша схема не работает. Все, короче. Просто так делать нельзя. Угу. Но у нас есть x1, правильно? Че x1? Да у нас даже есть x2 и x3, я бы сказал. Которые можно куда-то использовать. Короче, ну окей, смотри, следующая мысль. А может быть, мы все это через какой-то логический гейт заведем? Как тебе такая мысль? Пока не вижу. Ну смотри, мы делаем гейт OR. Нет, делаем gate end. Если счетчик положительный, то мы в него шлем 100. Если счетчик истек, мы шлем 0. И этот end мы эндим со всеми тремя вот этими хернями. Логично? Да. Да, это наверное, надежнее, чем... Это надежнее. Единственное, что я насчет чего переживаю, это что у нас ничего не войдет, короче, на борт. Да? Вот смотри, короче, где наш end? Давай посмотрим. End. Ага, end поискал. Давай XOR, короче. Так, end это 0.8. Это end. А, надо 3 end, что ли? Ну вот это проблема, да. 0.8. Ну, во-первых, как бы мы раздули бюджет сейчас. Понятно. Во-вторых, не очевидно, что мы сможем грамотно это все подвести. Куда тут мостики-то воткнуть? Ну вот непонятно, что с мостиками, как это будет выглядеть. Ну, типа вот так, да? И, допустим, я так понимаю, вот так.
И, короче, наша засада в том, чтобы подвести что-то сюда. Мне кажется, можно сделать софтварный end. Типа завести провод в эти, в маленькие компьютеры. У них же есть P0 у всех трех. Можно туда завести. Зацени, зацени дизайн. Это половина. Ну, это круто. Ну что, погнали тогда, смотри. Сначала мы шлем в аккаунт 99. У тебя потом еще... говорим ноп. Да. Что у меня еще? У тебя нижний гейт, нижний гейт шиворот на выворот. Да, ты прав. Интересно, почему? Копируем x0 в dat. Если... так вот, да, 52. Дальше sub move.pack. А, не, погоди. Если у нас больше минус 999, то мы копируем и добавляем единичку. Дальше мы говорим, вычитаем единичку. И если у нас больше одного, да, то move 100 по 1, иначе move 0 по 1. Так? Что-то не работает, да? Sleep 1. Ну вот. Мы просто везде выводим нули, короче. Ну, умножили мы успешно, да. Подожди, вот. А, потому что я... Блин, я херню написал, здесь-то минус надо. Я два раза плюс написал. Ну, почти, да. Зеленый почему-то не совпадает. Почему зеленый не совпадает? Но это нам еще предстоит узнать. А потому что я вот здесь не завел. И нам здесь нужно вот так, наверное. Бля. Сейчас-то что не так? Ну смотри, красный как будто почти правильно. Почти правильно, да? Зеленый сразу неправильно. Мне кажется, наши логические штуки делают на выходе либо 0, либо 100. Все нюансы в цветах. Не то, что sRGB, да, там вообще ты прав. 3 байта. То есть у нас, смотри, все правильно, но у нас все до соточки, да? Угу. Хорошо, хорошо. Но софтварное умножение все еще должно сработать. Да, да, да. Типа, если мы будем в этот провод записывать 1 или 0 и домножать на это. Столько рисовал, так красиво все запихал. Скриншот сохрани. Надо было, да. Не, красивый, не работающий. А, дизайн. Ну на стриме осталось. Да, да. Так. У нас еще 6 человек до сих пор смотрит. Harmonic Maximization Engine. Что-то Шепелев там все решил уже, похоже. Ой.
Сейчас я гляну быстро, какую задачу он имеет в виду. Да он что, дальше нас уже прошел? Сейчас так. Она у тебя уже нет, еще не открыта. Вот что называется сверхчеловек. Rubbish Audio Sync. А, вот это вот. Ну, я не до предела. А что тут? Ну-ка. Ладно, потом порешаем. Давай тут закончим уже. Мы близки, я чувствую. Я чувствую, мы близки. Так, что говоришь, нужно в P0 вот это пихать, завести, да? Завести провод. Да, завести провод. Давай. Во все три, в три разноцветных компьютера и домножить на это число. Так, короче, значит, здесь что у нас получается? Вот так и вот так. И нам нужно вот эту P1 джамперами вот так вот P0 засунуть, угу. Правильно? Слушай, дизайн-то мой пригодился. Я вообще... Ну, да. То же самое, так с другой стороны. Наработки-то есть уже. Да. Так, значит... Давай здесь вот так вот. Сейчас соображу. И, короче, у нас здесь второе условие появляется, да? Если... P0, 100. Подожди, а это зачем? Типа, если там, вот, вот здесь вот 100 у нас, то мы... Зачем 3 девятки? А, да это без разницы, минус 1 или 3 девятки. Вот так вот, да? Нет, так не получится. Блин, да чё ж структурированное программирование нахрен. Как сделать? Минус... Блин. Нам нужно проверить два условия, правильно? Надо умножить что-нибудь на что-нибудь. Ты хочешь именно умножить? Я не обязательно, но... Смотри. Обычно я хочу умножить. Работает. Вот на P0 я точно хочу умножить, потому что так, смотри, проще. Две строки вместо трех. А ты не можешь на 100 умножить, тебе надо на 1 умножить. Так мы 1 будем записывать. Это ж мы записываем это 100. А, ну давай. Давай, нормально, да, хорошо. То есть мы типа... Если аккаунт больше минус 999, да. Подожди, давай посмотрим, что здесь происходит. Если, короче, что-то прислали, то мы меняем значение. А умножаем мы без сказать-то. Всегда, безусловно, да? Вот так. Что-то не то. Ну, мы, конечно, можем умножить, но нам не нужно. То есть это лишняя энергия тратится. Ничего не понял. Типа проверить на P0? Умножать условно...
Нет, проверять на P0 не надо. Короче, что не так-то? Ну, по-моему, нормально все. Почему не работает? Смотри. А вот что сейчас? Ну вот красный не работает, видишь, допустим. Мы красный же делаем. Вот это красный. Нет, ну сейчас понятно, почему. Если умножение до проверки на 999, это понятно, почему не работает. Почему? А когда было после, то... Какая разница-то? Ну мы же на 0 умножим. Ну, нам 0 нужно. 999. Это же неправильно. Смотри. Угу. Я запутался, мне надо в дебаггер смотреть. Да, это разумно. Но все равно. Типа концепция такая, что в P1 у нас всегда есть сигнал. Это типа единица, либо ноль. Да. Вот. Поэтому всегда можем на него умножать. Да. Но что-то не работает. Давай посмотрим еще раз, где не работает. Не работает вот где-то здесь, короче. Сейчас тут один, да? Вот смотри. И типа давай степ. Раз, два, три. Короче, он не успел. Ну, один степ мы проебали просто так, потому что не успели. Хорошо. Вот сейчас он должен записать туда 0, по идее. Вот он упал до нуля. Ну, допустим, мы опять по скорости не успели. Вот сейчас, допустим, здесь единичка. Почему здесь-то не выросло? Че, башка не варит, наверное, да? Я уже что-то с трудом, если честно. Да, есть такое. Ну давай вот здесь вот. Вот сейчас, короче, мы должны прочитать x0 вот здесь, 50. Прочитали. А p0 у нас все еще 0, правильно? Да, ну короче. Да, все понятно. Хорошо, я, ну, типа, я понял, в чем проблема. Но тебе это не понравится. Мне кажется, проблема. Проблема в том, что вот эта херня вычисляет значение P1 слишком поздно. Как, типа, эти уже все умножения сделали, а она еще не раздуплилась с P1. Понимаешь? Ну, это да, это может быть тоже проблема, но мне все еще кажется, что есть проблема в том, что ты умножаешь аккумулятор на P0 перед тем, как сравнить его с минус 999. И получается, что значение минус 999, которое должно обозначать «не делай ничего», мы его воспринимаем как «запиши 0», и красный сбрасывается. Из-за этого мы... На третьем пакете данных видим, да, что да, шаришь, красный шаришь. 0. Шаришь. Ну, не помогло. Не помогло, да. Так, что теперь? Хорошо, давай вот так вот. Раз, два, три, четыре, короче. Вот пошли мы, да? Раз, три, два. Вот, короче, смотри. Проблема вот в чем. Вот эта штука не обновляется
Короче, смотри, у нас может получиться так, что отсюда придет 0, а здесь вот это условие не выполнится. То есть в X таймер сам по себе закончился, а в X шину ничего не писали. Понимаешь? Да. И да, вот это, понимаю. И поэтому вот это условие нам неверно, типа. Да, все было нормально, пока у нас были эти хардварные гейты. Там этот принцип работал, но они портили краски. Ну, мне кажется, что... Смотри, мы типа читаем аккумулятор. Да. А, мы типа умножаем его на 0. Так, ну давай поменяем на вот так. Нет? Нет, да? Почему считаем x0? Если там... Нет, это вообще не влияет. Так, теперь почему не работает? Мы умножили на p0, допустим, да, некий. Мне кажется, вот здесь вот, если крутить, то должно в какой-то момент совпасть по... Нет, что-то не то, да? Ладно, давай тогда подебажим, потому что что-то я не понял, что происходит. Вот смотри, 4, 3, 2, 1, короче, да? Пошли по степам. Мы прочитали... А, короче, все, я понял, ну, понятно тоже. Смотри, в чем засада. Таймер сбросился в ноль, но поскольку в X-шине ничего не произошло, мы вот это вот не выполнили. Может, там надо плюсик убрать? Нет, потому что мы используем ак, чтобы посмотреть, что лежало в x0. И там может лежать минус 999, значит... Подожди. Как вообще хоть что-то работало у нас? Как это не должно работать вообще? Час решаем задачи, и потом приходим к вопросу, как вообще что-то работало. Это не могло работать. А, не, все нормально. Смотри, да. Короче, смотри, она же запоминает. То есть мы, на самом деле, стоит у нас хранится в P1. А, типа, то, что мы записали, оно и постоянно туда и пишется. Ну, пока мы не вызовем новый мов. Да. Вот. Поэтому я и хотел, вот здесь вот, видишь, типа, если пришло новое значение, мы можем хранить... то записать. Подожди, смотри, а вот теперь, короче, да. Если 0 в P0, то вот так надо сделать. Во, вот так должно работать. Как будто бы нет. Че? Я подумал, что может надо так... Ну, типа, в аккумуляторе если... всегда хранить прошлый цвет. И если нам приходит минус 999, то надо умножить на P0 и отправить. Прошлый цвет, умноженный на P0. А если нам пришло что-то другое, то надо это что-то другое умножить на P0, сохранить в аккумуляторе и отправить. Но непонятно, как проверить вход, не потеряв аккумулятор. А, ну это просто. Аккумулятор можно терять. Потому что мы обратно из P1 можем прочитать прошлый цвет. Это же провод. То есть, если
Смотри, Дим, короче, вот в здесь... В маленьком компьютере. Здесь нужно сделать два ифа, на самом деле. Я вроде понял, что. Вот сейчас вот вроде нормально. Нужно два ифа просто сделать. Вот, вот это первый if, да? И... Я, кстати, так пытался сделать в самом начале, по-моему. Ну-ка. О! То есть смотри, если пришло число, то мы записываем это число и переходим сразу к слипу. Если число не пришло, то мы проверяем на 0. И если там 0, то мы записываем 0. Ну вот, как-то так. Да. Ну что, давай. Хватает строк. Ну, у нас, да, в последнем будет впритык. Давай посмотрим, что здесь у нас, короче. Move. Так, что там такое у нас происходит? Минус 999, да? Теперь move ак по 1. А, это была строчка. GMP sleep. Это sleep. Да. А... Здесь теперь t и q 0 по 0. Move 0 по 1. Так? А почему ты не копипастишь? А я что-то решил. Не знаю почему. Крафтово написать. Я не сразу сообразил, что там одно и то же написано везде. Смотри, мигает, мигает, смотри. Мы в жопе по всем параметрам. Полторы тысячи. 14 долларов. Или что там, йенов, или что это такое. Короче, ну, по крайней мере... Юани. Юани, да. По крайней мере, по цене тоже дураков таких много, как бы. Ну, не самое маленькое число. Есть, конечно, более тупые. По R-usage просто невозможно. По lines of code тоже что-то в жопе. Но зато работает, работает. Ship right now, короче, все. Production. Ничего не знаю. Код-ревью только пройдет. Оно работает, я в шоке. Работает очень просто, смотри. Каждая из этих штук читает из X0, а нопами синхронизация происходит. То есть классический мультитредовая с общей шиной синхронизация через слипы. Best practice. Да, да, да. Вот. Эти все штуки читают, это читает первое. Если пришел пакет, то это прочитает первое число из пакета, это прочитает второе число из пакета, это прочитает третье число из пакета. А вот эта штука с тремя нопами прочитает четвертое число из пакета. Вот. Ну и в общем, если пришло число, оно просто пишется в P1. То есть state у нас хранится не явно, а просто за счет того, что мы типа в P1 вызываем, мы точечно вызываем моменты записи в P1. Очень аккуратно и точечно. Вот. То есть как только, когда происходит изменение стейта, мы делаем move. А когда стейта не происходит, мы ничего не мувим, поэтому там типа продолжает предыдущий стейт писаться. Это у нас счетчик, то есть таймер. Вот. Он, собственно, прочитав четвертое число, начинает отнимать по единичке потихоньку. Пока не придет, ну, естественно, новый пакет. Если придет новый пакет, то он перезаписывает свое значение. Вот. А дальше, короче, есть еще трюк. Он свое значение выводит как единицу или ноль в P1, которая подсоединена ко всем этим штукам, и они ее трекают, и если там ноль, то они записывают ноль. Короче, вот очень просто. Я еще раз посмотрю, как светодиод мигает. Очень, очень красиво, по-моему. Все, давай расходиться. Очень круто, но... Да, это успех. Можно спать спокойно. Но мы лучше... Ну, во-первых, нужна свежая голова, а во-вторых, конечно, еще 3 часа, мне кажется. Вот. Круто, да, круто. Хардкод с синхронизацией нопами, это, конечно, сильно. Конечно, сильно, а как еще-то? Ну, там надо что-то придумывать, конечно.
Не знаю, что именно. Нет, сегодня не надо. Не, не сегодня, да. Это я что-то подвис. Ладно, да, все, спасибо, за что Дим пришел. Всем, надеюсь, вам понравилось. Было прикольно. Звук выключения компьютера. Блин, надо было сделать еще это. Знаешь, теперь питание компьютера можно отключить, когда из игры выходишь. Как в Windows. Ладно, все, останавливаю. Всем пока.